राधा ललित माधव जुकी जय, राधा रमन बिहारी, राधा विनोद बिहारी, राधा नयन बिहारी जुकी जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन महान जुकी जय, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुल नंद, राधा रमन जुकी जय, कृष्ण बलराम महाराज की जय, जय पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सतश्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सतश्रीमद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय, पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सतश्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सतश्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सतश्रीमद गौर गोविंद महाराज की जय, पृष्ठ विष्णु पाद स्तोत्र सतश्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय, Чилива Пришта Мишна Пада Стутра Сатишима Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура Шила Прабхупад Киджай Шила Горки Шордас Бхаджи Марач Киджай Сачидананда Шила Бхакти Винод Такур Киджай Вайшнава Сарвама Шила Джаганат Дас Бхаджи Марач Киджай Шрупану Гаудия Гуру Варга Киджай Шрупа Санатана Бхатта Рагунат Шри Джива Гопала Бхатта Даса Рагунат Шри Госвами Прабху Киджай Сваруп Дамодара Рармананда Ди Шри Гор Паришада Вринда Киджай Намачара Шила Харидас Такур Киджай Прем Сакал Шри Кришна Чайтани Прамнитянанда Шри Адвайта Гадатара Шивасади Шри Гор Бхакта Вринда Киджай Нодип Мандал Киджай Врач Мандал Киджай Кшетра Мандал Киджай Трибун Мангла Шри Харинам Санкиртан Киджай Чара Сампрадая Чара Ачаря Чара Дам Киджай Расешвари Криешвари Вриндаванешвари Шимати Радата Курани Киджай Ананда Коти Вайшнава Вринда Киджай Самагата Гор Бхакта Вринда Киджай Нитай Гор Примананде Хари Хари Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшуран Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Гураве Гура Чандрая Радикая Тадалай Кришная Кришна Бхактая Тад Бхактая Намо Намаха Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Ананда Лиламая Виграхая Мабадивича Висундарая Тасмай Маха Према Раса Прадая Четани Чандрая Намо Намаха Нитьянанда Намастубьям Премананда Прадайне Кало Калмашанашая Джанавапатае Намаха Аджана Ламбита Буджо Канака Вадата Санкиртанай Капитаро Камалая Такшо Вишвамбара Дуджаваро Джугадарма Пала Ванде Джагат Приякаро Коронаватару Кало Канака Джаладагатро Нила Шона Абджанетро Мригамадавара Бхала Малати Кундамала Таралатару Навешо Нила Питамбарешо Смарани Британи Кунджи Радика Кришна Чандро Тавайвасми, наживами твоя вина, и ты вигяя раде твам наямам чаранантике. Ванде гуру пададвандвам бхакта вринда саманвитам, шри чайтанья прабун ванде нитьянанда саходитам, шри нанда нанда нам ванде радика чаранабуджам, Гопи Джана Самаюктам Вриндавана Манохарам Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Может быть, на время лекции эти фонарики выключить, там внизу розетка или выключатель, просто выключатель, спасибо. Потом будет арати, включим опять, спасибо. Прежде всего, моя бесчисленная дандавата пранама лотосным стопам Шила Гурудева, Нитилила Правишто Мишнапада, Стутра Сата Шимад Бхактивидант Нарайана Госвами Мараджа, все Рупануга Гаудия Гуру Варги, моим Шикша Гуру, дорогим преданным гостям здесь, в Новосибирске. Мы почти завершили, еще две лекции осталось, семинар по Шлокамритам Бинду, по сборнику стихов, наиболее важных стихов, или шлок, иначе говоря, санскритских шлок, из ведической литературы, которые наиболее часто цитировал наш Шрила Гурудев, наш духовный учитель Шримад Бхактивинод Нарайан Госвами Махарадж в своей проповеди. Мы говорили на многие темы, последние неполных две недели. Мы говорили о том, что такое бхакти, мы говорили о том, что такое смирение, мы говорили о том, кто такой подлинный гуру, мы говорили о том, какова ценность человеческого тела, мы говорили о том, что такое
садана, что такое путь достижения высшей цели, что такое высшая цель. Очень многие обсуждали моменты. Сегодня мы поговорим о том, что такое бхакти. Более подробно мы разберем два вида бхакти – вайди и рагануга. То есть правила и предписания, на которых основано регулируемое преданное служение, и то преданное служение, которое возникает из спонтанного влечения к Кришне. И как мы можем пройти по пути бхакти, сперва следуя правилам, предписаниям, и затем достичь спонтанного уровня. Это очень важно. Итак, давайте вспомним то, о чем мы говорили вчера. Лабдва сидурла мабидамба хусамба ванте ману шемарта даманитья мапи хади ратурна метета на патету на мрити яван никшрея шаева шая калусарва тасим. Шримад Бхагаватам говорится в этом стихе, что обретя человеческое тело, спустя долгий путь перевоплощений, мы наконец получили человеческое тело, человеческую форму жизни. Это очень-очень большая удача и большая ценность. Что же нам делать в этом теле? Лабдва судурла мабадам бхавасам вадам манушьям артанам анитьям. Это тело, оно анитья, то есть оно быстротечно. Несколько десятков лет, в Кали-югу люди живут не более 100, как правило, лет, и тело отпадет. Что же делать дальше? Когда нас спрашивают люди на улице, а почему вы розовые? Ну, во-первых, шафрановые, они могут сказать другим словом. Вот, или почему вы белые братья, правильно? Сегодня, наконец, Дойл не так, белый брат. Мы очень рады, то он был брат в черных штанах, это вызывало подозрение. Ты не агент, случайно, какой-нибудь службы? Нет. Хорошо. Вот. Поэтому, когда нас люди спрашивают, почему вы такого цвета, мы говорим, мы инвестируем, мы инвесторы, понимаете, это наш цвет. Почему? Мы инвестируем в то, что мы будем делать после того, как отпадет это тело. Обычно человек не знает. Вот, обычно человек не знает. Когда я вел когда-то, 20 плюс лет назад, философские споры с своим милым папой, он говорил, спрашивал меня разные вещи, задавал вопросы. Я сказал, знаешь, говорю, пока не помрешь, не поймешь. То есть нужно определенные вещи понять только после того, можно, когда это тело отпадет. Так вот, люди не знают, что будет после того, как отпадет это тело. Вот, и поэтому мы можем отшучиваться, говоря, пока не помрешь, не поймешь. А мы инвестируем как раз-таки в то, что будет, когда это тело отпадет. То есть мы будем осознанно оставлять это тело, я очень надеюсь. Да? Совершенный йог осознанно оставляет это тело, он может отправиться в любой обитель по своему желанию, это мистический йог. Но что касается бхакти-йога, то есть преданного Кришны, он целенаправленно идет в ту обитель, к которой и к играм Господа, в которой у него очень глубокое влечение в сердце. Понимаете как? Вот возьмем материальную жизнь, взял молодой человек, влюбился, так? В какую-нибудь девушку из далекой, богатой западной страны, да? И вот у него путь лежит туда, все. То есть он копит деньги, чтобы отправиться в ту страну, хочет там жить, допустим, найти работу и все прочее. Вот поэтому посвящает время жизни, всю энергию вкладывает в то, чтобы добиться того, чтобы он там жил со своей возлюбленной, да, и хорошо зарабатывал при этом. На дом, на будущее и все прочее. Это грубый материальный пример. Но если человек, идущий по материальной, по пути материальной жизни, вдруг услышит прекрасное повествование о Кришне, окей, с книжками все нормально, да? Нормально, значит, можно слушать дальше. То он все усилия, всю энергию кладет на то, чтобы отправиться в ту обитель. Поэтому мы инвестируем в это. Люди в этом мире в основном погружены в невежество. Они думают, что карма – это все и вся. Они даже не знают, что такое карма, как правило. Но те, кто узнают, что такое карма, то есть, что такое закон причины следствия, они инвестируют в рамках кармы в благочестивые поступки, чтобы впоследствии получить очень хорошее место в рамках кармы, разумеется. То есть, как я иногда шучу, карма на карме сидит и карма и погоняет. Все, что ты получаешь в этом мире, как это не печально, господа, понимаете? Все, что мы получаем, это только карма на карме сидит и карма и погоняет. Все, что они обещают, все, что они рекламируют, все, во что они вкладывают, все, о чем они заботятся, это лишь карма, карма, кармовна, кармическая карма, дробь карма, плюс-минус все равно равно карма. Помножить, разделить тоже карма. Вот. И невозможно обнулить никак, потому что она есть,
была и будет в этом материальном мире. Вот. Но мы предлагаем вам метод, мы предлагаем хорошую сделку, как сделать, чтобы карму обнулить. Вот. Следует совершать процесс бхакти, следует совершать процесс преданного служения Господу. Тогда вся наша энергия, все наши усилия будут нацелены лишь на его счастье, и когда это случится, тогда на определенном уровне воспевания святого имени, именуемом Нама Абас, то есть тень святого имени, даже на уровне тени святого имени, карма станет большим нулем. Шаданга Шаранагати Хаиба Джагар, Тарна Пратани Шуна Шри Нанда Кумар, говорит Шрила Бхактивинода Такур, тот, кто вручает себя Кришне шестью способами Шаранагати, то есть вручение себя Господу, он, его молитвы слушает сам Нанда Нандан Кришна. Обычно, если человек молится, вот возьми рядовой человек, да, пойдет в церковь и начнет молиться. Кто слышит? Господь слышит, правильно, но какой? Господь в сердце. Параматма сверхдуша. Гурудева нашему часто задавали вопрос, а кто же слышит, если мы молимся? Он говорит, свидетель, сакши, сакши, свидетель. То есть параматма сверхдуша. Сперва молчаливый свидетель, а затем, когда душа начинает поворачиваться к Господу, свидетель перестает быть молчаливым, свидетель начинает активно помогать, активно направлять, наставлять, как прийти к трансцендентному Господу, который уже не просто в сердце, а там. Так постепенно в процессе бхакти Господь, который трансцендентен, который запределен, который вечно находится в духовном мире, он воцаряется в нашем сердце вот здесь. И таким образом параматма или сверхдуша ему, Иштадеву, Господу, которому мы поклоняемся, уступает место. Поэтому таков процесс бхакти. Да? Мы возвращаемся к стиху, который мы обсуждали вчера. Лабдва судур лабамидам баху самбаванти манушья мартадам анитим апихадира турнам ядетанам патетанам рити яван нишрешая васая калусарватаси. Поэтому турнам – это ключевое слово здесь. Турнам означает немедленно. Это важное слово, запомните. Ко вчерашнему стиху можете дописать, те, кто записывает. Турнам означает немедленно. Почему? Потому что непонятно, что будет завтра. Вот сейчас у нас очень большая неуверенность в завтрашнем дне. Бог знает, что еще нам подкинут, понимаете? То нам, как в картах, подкинули увеличение курса, да, в 2 раза. Вот. В некоторых странах в 3, в 4 раза. И что, кто знает, что будет завтра? Вот. Это-то ладно, это политика, экономика, это все по сравнению с пребыванием в человеческом теле просто мелочи. Это все не важно. Но мы не знаем, что будет завтра. Распорядимся ли мы правильно человеческой формой жизни? Что будет завтра? Есть ли у нас гарантия, что завтра человеческое тело у нас будет? Вовсе нет никакой гарантии. Если мы начнем совершать процесс бхакти, о, да, тогда гарантия появляется. Вот часто мы распространяем прасад, да, ходим по офисам с Хари Кришна шариками, или просто что-то осталось с пира, да, и уже, ну, как непригодно, мы даем животным, да. Так животные становятся людьми, просто принимая прасад. Это настолько могущественно. Что я хочу сказать, что человеческое тело можно получить ускоренными методами, если ты в теле животного принимаешь прасад, допустим, да? Но если в теле человека ведешь себя не как человек, то, как сказал великий русский поэт, тот, кто, да, если жил ты как свинья, останешься свиньей, это знает каждый дворник, эту шлоку. Вот, останешься свиньей, поэтому каждый получает тело согласно уровню сознания, согласно уровню сознания. Вот. Я хочу вспомнить один эпизод, довольно шокирующий. Вот. Это был, когда был совсем молодой, только-только приходил в сознание Кришны. Я уже знал о многообразии форм жизни. Вот. Однажды увидел возле храмов, да, христианских собираются иногда пьяницы, иначе где им еще попрошайничать. И вот была, Туласика, положи этот каратал. Была одна полная алкоголичка женщина. То есть полное, то есть, как сказать, сознание очень изменено. И вы знаете, вы не можете поверить, она вела себя как птица. То есть она
крыльями, махала крыльями и кричала какие-то звуки, птичьи звуки, вы понимаете? Я был просто потрясен, боже мой. Она уже ведет себя, как в будущем теле будет себя вести. Представляете? То есть это страшно, вот это страшно. Да? Но есть один секрет. Тот, кто соприкоснулся с бхакти, да? Тот, кто что-то сделал для Кришны целенаправленно, Кришна этого никогда не забудет. Никогда не забудет. И это уже не просто сверхдуша, это уже тот Нанда-Нандан, тот сын Нанды в духовном мире, которому мы поклоняемся. Как мы можем получить этот дар, возможность совершать поклонение Кришне? О, это плод очень многих заслуг из прошлых жизней. Бхактисту Бхагават Бхакта Сангена Париджайте Сатсанга Прапьете Пумбир Сукритай Пурва Санчитай, говорится, что ты получаешь саду-сангу, то есть общение с преданными, благодаря заслугам из своих прошлых жизней. И из этих заслуг исходит, что возможность пребывать в обществе преданных. Общество преданных тоже очень-очень многолико. Можно получить общество обычных преданных, не совсем обычных и совсем необычных. То есть есть разные градации. Обычные преданные – это конишки, это начинающие. Не совсем обычные – это мадхьямы. Это более продвинутые, среднего уровня вайшнавы, которые твердо утверждены в своем положении, как слуг. И, наконец, совсем необычное – это Махабхагаваты, это Уттама вайшнавы, совсем-совсем необычные. Встреча с ними чрезвычайно редка, очень-очень редко можно встретить. Это плод величайших заслуг, величайших сукрити. Так вот, есть один стих, который послужит введением в тот стих, к которому мы сегодня подходим. Кришна бхакти джанма мула хай саду санга, Кришна према джанме тенхо пуна мукья анга. В наставлениях Шри Чайтанья Махапрабху Санатани Госвами он говорит одну очень важную вещь. Саду санга, или в общении с вайшнавами, с чистыми преданными Господа, это коренная причина Кришна бхакти. Саду санга поливает лиану Кришна бхакти водой шраваном и киртаном, то есть слушание и воспевание. Пока эта лиана не принесет плод в виде Кришна према, то есть чистой любви к Кришне. С пробуждением Кришна према в сердце преданного саду санга остается для него самой важной составляющей бхакти. Тут есть одна очень важная мысль, очень важная мысль. Абсолютное положение саду-санги, общение с преданными. То есть, существует три этапа бхакти. Какие? Давайте повторим. Садхана, бхава, помните? И према. Первая ступень как называется? Садхана. Садхана означает практика, необходимая практика, предписанная практика. Затем бхава. Что это такое? Духовная эмоция, да. То есть это осознание своего духовного тела, осознание своего служения на уровне очень глубокой духовной эмоции. И затем что? Затем према. Это чистая любовь, при котором материального тела у тебя уже больше нет. И ты отправляешься в вечную обитель Кришны, где ты служишь Ему согласно своей, то, что называется, стхайи-бхаве, то есть постоянному экстазу. Вот это у нас есть в сердце, как потенциал. Стхайи-бхава. Постоянный экстаз называется стхайи-бхава. Так? Это то, что наше вечное положение. Мы это осознаем. Наше вечное положение сейчас покрыто, как сказать, осознание нашего вечного положения сейчас покрыто. Мы не знаем, кто мы. Нам кажется, что мы кто-то, да, мы приводили примеры, молодой преданный приходит в общество вайшнавов, только-только начинает свой путь, и так как он большой, крупный, да, и сильный, ему кажется, о, я должен быть как Бхима, как самый сильный из пандавов. Вот. Но это только его материальное тело. Может быть, он 12,5-летняя девушка Манджари в духовном мире, кто знает. А может быть, он на Вайкунхах 4 руки, да, слуга Господа Нараяны, кто знает. Но факт тот, что представления о себе могут меняться в зависимости от той саду-санги, в которой мы пребываем. В некоторые саду-санги мы можем
Просто послушать об обычных вещах. Прийти на воскресный пир, принять просад, послушать о новостях, кто какой дом построил, кто сколько заработал, и пойти дальше, работать и зарабатывать на дом. Ну, я знаю, Кришна – это Бог, и, конечно, с преданными очень приятно. Вот. Ну, можно послушать, что там скажут. Ну, примерно известно, что там скажут, в общем-то. Вот. Ну, ладно, зато можно просад принять, это очень вкусно, и с преданными поговорить о том, о сём. Тем более, если 10 или 20 лет назад вместе зимой в фургонах, да, распространяли книги по всей области или по всему региону. Вот. Есть что вспомнить. Некоторым хватает этого, вот. Но некоторым хочется большего. Хочется большего. Что меня может привести ближе к деятельности моей души, вечной деятельности моей души? А что такое вечная деятельность души? Что это такое? Это не бизнес, это не строительство домов и не зарабатывание денег. Нет. Это не нахождение счастья в этом мире. Это наша джайва-дхарма, то есть вечная деятельность души. Джива означает живое существо. Мы живое существо. По своей природе мы обладаем женским началом. Джива. Каждая джива, она служанка Кришны. Кришна – единственный мужчина. Единственное высшее мужское начало. Мы – женское начало, то есть служить – это наша природа. Служить – наша природа. Мы никуда не можем убежать от своей природы. Я помню несколько раз в жизни, у меня были такие опыты, люди как бы раскрывали свое сердце. И они говорили: знаете, мы поняли, от себя никуда не убежишь. Да, правильно, от себя самого никуда не убежишь. Ну, конечно, их понимание самого себя было другим, чем сейчас у нас есть, хотя бы теоретически. Но они говорили, что: о, мы поняли, от себя никуда не убежишь. А кто же такой ты? Вот вопрос. Поэтому мы говорим сейчас уже, пользуясь научным термином, от своей стхайбавы никуда не убежишь. Стхайбава означает постоянный экстаз. Было такое произведение одного великого нашего гуру Шилы Санатана Госвами, которая называлась «Брихат Бхагаватамрита». Герой Гопа Кумар – это мальчик, который родился у подножия горы Говардан в святых местах, в Радже, в этом мире, на этой планете. Вот. И он встретил своего гуру. Гуру дал ему Гопала мантру, которую все мы повторяем. Вот эту. Он повторял ее. И в конце концов он, по воле Господа, прошел через все обители. Все-все обители. Материальные обители. Через райские планеты прошел. Через планету Господа Рама выше. На Вайкунтху попал. Еще выше Дварака и так далее, и так далее. Господь Джаганат и так далее, и так далее. И всюду он чувствовал неудовлетворенность. Всюду. Только лишь, когда он попал на Голоку Вриндавану, он почувствовал себя дома. И он изумился, он увидел: о, она выглядит точно так же, как моя родная деревня в материальном мире. То есть у подножия Говардана он родился, и он увидел Голоку Вриндавану, и он понял, что это совершенно не отлично. Вот это называется возвращение домой. Если кто-то родился во Вриндаване, который проявлен на этой земле, это великая удача на самом деле. Но это еще не духовный мир. То есть духовный, конечно, но зависит от твоего сознания. Мы видели много людей, которые родились во Вриндаване. Мы их уважаем, конечно, они бриджабаси. Вот, но они, допустим, курят, там, жуют бетель, там, обманывают кого-то, ну, торгуют, ну, в общем, живут. Казалось бы, жизнью рядового индийца, да? Вот, но, тем не менее, это очень особые души. Очень особые души, у них очень особые заслуги. Но Гопа Кумар, когда он отправился на Голоку Вриндавана, наконец пришел: о, это мой дом, это мой дом. Вот. Так он нашел своего Иштадева Кришну там и обнял его, потому что он мальчик-пастушок. Это была его стая бава, то есть это был его постоянный экстаз. Это постоянный экстаз у нас. В огромном большинстве те, кого притягивают учение Господа Чайтани в Мадхурья Расе, они служат Раде и Кришне. Да? Они призваны служить Раде и Кришне в духовном мире. Господу Чайтанье Махапрабху тоже. 99,999. Именно в таком настроении. Вот.
Что я хочу этим сказать? Тем, что саду-санга высшего уровня, самым прямым образом, саду-санга, понимаете, общение со святыми, саду-санга, самым прямым образом показывает нам путь к обретению нашего постоянного экстаза, то есть стхай-бавы нашего вечного служения. Understand? Кстати, правильно, да? То есть сейчас уснешь. Вот. Вот такая саду-санга нам нужна. Не то, что просто общение с преданными и разговоры на политико-экономические темы, как сейчас часто бывает. Ну, потому что, ну, это тикара. Да. Кто-то за Россию, кто-то за Украину, да. Кто-то за Сирию. Ой, нет, в основном против. Так или иначе, разговоры. Вот. А кто-то, кого-то это не интересует, он говорит, нет, я хочу только Раду и Кришну, только и Махапрабху. Очень-очень редка такая душа. Поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, из тысячи один стремится к совершенству, а из тысячи достигших совершенства один едва ли воистину познал меня. Вот что мы делаем. Поэтому смотрите, даже что здесь говорится в этом стихе. Кришна према джанме тенго пуна мукья анга. Даже по достижении премы, саду-санга, према значит чистая любовь, то есть у тебя уже есть реализация осознания, так? Ты уже в вечном служении. И все же саду-санга остается ведущим видом преданного служения. Саду-санга, общение с чистыми преданными. Вот в чем могущество саду-санги, вот. Это все еще введение в нашу основную тему сегодня. То есть саду-санга настолько сладка, настолько обогащающая, настолько потрясающая каждый раз с точки зрения твоего вечного служения, что хочется быть в ней снова и снова и снова. И люди влюбляются в этом мире, да, друг в друга, они хотят быть друг с другом снова, снова и снова и сна. Уже не хочется. Понимаете? Хочется быть друг с другом снова, 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 с носом. Я остался с носом. Вот так. Оказывается, что произошло. Это плоды раджас-гуны. Гуны страсти. Гуны страсти. То есть я думал, что это прекрасная ванная. Ой, оказалось, это разбитое корыто. Так шутит с нами Майя. Вот. Но что касается саду-санги, общения с чистыми преданными, на высоких уровнях преданный готов отдать все, что угодно за то, чтобы быть в этом общении. Я не могу без этого общения. Я хочу, чтобы это было постоянно. Я расскажу вам одну историю. Братья Рупа и Санатана. Рупа Госвами, Санатана Госвами. Очень-очень продвинутые, преданные. То есть это, собственно, наши главные гуру. Да? Это чистые последователи Шри Чайтанья Махапрабху. Жили во Вриндаване. Они были один из них, Санатана, был премьер-министром мусульманского правителя Наваб Хусейн Шаха. Следите, чтобы Деваки не уснула. Вот. И что она далеко сидит, я не могу пульнуть ничего, могу только подать звук. Подать звук. Вот, освежающий. Рупа и Санатана были братьями, и они, по иронии судьбы, были, соответственно, главным советником и премьер-министром мусульманского правителя Наваб Хусейн Шаха. Вот. Постепенно они отказались от этой службы. Санатана был брошен в тюрьму. Рупа Госвами выкупил его тысячами золотых монет. Так или иначе, они оказались у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, каждый в свое время. И затем он их направил во Вриндаван. Так, богатейшие люди своего времени, на счету которых находились по нашим теперешним меркам миллиарды, наверное, долларов, они оставили все, и в одних каупинах, в одних набедренных повязках они жили во Вриндаване под деревьями. Раньше Вриндаван не был городом таким, каким мы его видим сегодня. Сейчас это город со зданиями, старыми зданиями, прекрасные здания 18-19 веков и британской эпохи, прекрасные здания более поздней эпохи, целые дворцы, столько храмов. Раньше говорилось, что это город 5000 храмов, а сейчас непонятно, сколько их. Город очень разросся. Вот. Раньше это были просто джунгли. В Индии есть такие кустарники, все их знают, они очень колючие. Если фермеры хотят заградить свое поле от диких животных, они обрезают эти колючки и обносят поля со всех сторон
как этой колючей изгородью. Да, к сожалению. Ну, то есть очень много. Так вот, Вриндаван, он, когда Рупа и Санатана пришли туда, представлял собой вот эти вот дикие заросли. Но там было очень-очень много мест, связанных с играми Кришны. И поэтому они постоянно-постоянно созерцали эти игры Рады и Кришны в своей медитации. Сколько Рупа и Санатана повторяли кругов святого имени? Непонятно. Мы знаем Харидас Такур, сколько повторял? 300 тысяч, 3 лакха, 300 тысяч святых имен в день. Это практически, может быть, полтора, час или полтора на отдых. Все, остальное время повторение святого имени. Потому что самое приятное занятие в мире. Правда? Олег не даст соврать вам. Вот. И они были погружены в это созерцание игр. Сколько? Непонятно, потому что они говорили «Харе» один раз и падали без чувств. Сколько кругов повторял Рупа Госвами? «Харе» падал, все. То есть это совершенство жизни, понимаете? Нам трудно так сделать. Мы говорим «Харе», и потом смотрим, что там по телеку, что там в окне, понимаете? Шрила Рупа Госвами, он говорил «Харе» и не мог дальше повторять, потому что экстатические эмоции захватывали его, захлестывали все сознание. Вот. А мы говорим «Харе Кришна, а что там, а как там, а как там в Греции?» Как-то она еще стягивает вниз Евросоюз или нет? Понимаете, у нас такое. А как там в Сирии, понимаете, как там наши снаряды летят? И так далее. То есть мы думаем об этом. Как мой дорогой друг Индубушан Прабу, он поделился впечатлениями, говорит, в день, когда случилось 9.11, то есть когда самолеты разбомбили две башни в Нью-Йорке. Все смотрели на это по телевизору, как горят эти башни. Он тоже там в кафе каком-то, огромный экран, он смотрел. Аж челюсть отвисла. И говорит, слушай, говорит, я понял, на следующее утро я повторял Харе Кришна, у меня две башни перед глазами, все. Я больше не мог ни о чем думать. Вот. Мы сейчас повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, в магазин сходить, Харе Рам, Харе Лампочка, Харе... Эти все, как бы работу не потерять, что купить, как... Как сделать бизнес, поэтому это сознание, поэтому мы это получаем, мы получаем магазин, мы получаем бизнес, мы получаем лампочку, много лампочек получаем. Сколько раз вспоминаем, столько лампочек Господь дает, понимаете? Потому что харинама это двойная сварупа, то есть лампочка сварупа, пожалуйста. Очень много разных сваруп, понимаете? Вот, поэтому. Шрила Рупа и Санатана не думали совсем о другом. Вот, поэтому у них не было просто сил и возможности совершать садхану, как это положено, да, с точки зрения там, обычного садака, скажем. Хотя они играли роль. Садака означает тот, кто практикует духовную науку, да, то есть тот, кто, соответственно, тилок ставит. Да, кстати, где ваши тилоки? Вы из какой сампрадая, народ? А твой где? Уже стерся. Так, хорошо. Сегодня хорошо выглядит, товарищ. Сегодня он похож на Рупу Госвами. Но Рупа Госвами иногда не ставил тилок. Иногда не ставил. Просто он не мог. Он не мог этого сделать, потому что он был просто в лиле. Он был просто в экстатическом состоянии. Вот. Так вот, иногда Рупа и Санатана жили во Вриндаване, иногда они перемещались, и у них было много баджана кутиров, то есть мест, где они совершали воспевание святого имени, памятование о Раде и Кришне, в различных местах в Радже. У них были баджана кутиры и на Говардане, и у берегов Павана Саровара жил Санатана Госвами, допустим, да? Рупа Госвами жил в разных местах, и вот неподалеку от Павана Саровара у него был баджана кутир, который назывался Тера Кадамба, мы посещаем это место. То есть там росло дерево кадамба, на которое забирался Кришна и играл на флейте. Он созывал гопи на Расалилу, и он созывал своих коров, чтобы их пасти. Там Шрила Рупа Госвами проводил свои дни в глубоком баджане, глубокой духовной жизни. Мы стремимся к этому, мы стремимся быть глубоко погруженными в духовную жизнь. Нам очень-очень больно, когда мы начинаем глубоко погружаться в материальную жизнь. Душа плачет, действительно. Потому что мы чувствуем, что мы не в своей тарелке. Поэтому мы собрались на этот семинар, да.
Поэтому мы хотим извлечь какую-то пользу из этой харикатхи, из этих наставлений наших возвышенных гуру. Поэтому, да, Шрила Санатана Госвами, его младший брат Рупа Госвами, были глубоко погружены в баджан, в духовную жизнь. Но они каждый день встречались, что бы ни было, чего бы это ни стоило, какая бы ни была погода, в холод, в жару, в темноте и при свете, они всегда находили друг друга. Санатана жил возле озера Паванасаровара, и каждый день несколько километров он шел в джунгли, где был баджанакутир, то есть место духовной практики Рупы Госвами. Он приходил, они садились и начинали обсуждать Шримад Бхагаватам. Знаете, Саша, Шримад Бхагаватам слышали? Нашего второго друга зовут Андрей, да? Как нашего второго друга зовут? А, Костя, да? Вы слышали Шримад Бхагаватам? Да. Хорошо. Читали? Читал. Хорошо. Вот. То есть Шримад Бхагаватам – это квинтэссенция всей ведической литературы. Каждое слово, каждый слог говорит нам о Кришне. Да? Это очень глубокая тема. Я мечтаю как-то раз дать хороший семинар по Бхагаватам. Это, конечно, безграничная тема, но так как ваш Гурудев Шипад Дамодар Марадж, он большой мастер, рассказывал о Бхагаватам. Ну, вот, что говорит Мадхусудан Марадж, то есть много кто вам говорит о Бхагаватам. Но когда-нибудь мы все-таки соберемся и через, может быть, несколько лет примемся за слушание Бхагаватам. И Рупа Госвами приходил к Шиле Санатане Госвами, они садились и начинали слушать Шримад Бхагаватам. Первый стих, самый первый стих, всего 18 тысяч стихов, но первый стих 1.1.1 они слушали. Джанма адьясе ятонва ядыта раташтарпе джатид абигья свара тене брамма хридая адикава яму янти ятсурая тена брамма хридам ятат винимая тратар саргам риша дамна сведа сада нирастакуха кам сатьям парам дхимахи сатьям парам дхимахи. Я медитирую на абсолютную истину. Это ключевой стих, это первый стих Шримад Бхагаватам. Значений огромное количество, неисчислимое количество значений в этом стихе. Знаете как? Я начал сейчас читать Сарартха Даршини, комментарии Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура на Шримад Бхагаватам. Просто шок, какими способами комментирует Шрила Вишванатха Чакраварти Пад первый стих. Боже мой! И наш Гурудев, вы можете читать сокровенные истины Бхагаватам. Сколько там комментариев? Такие глубокие смыслы, да? Кришна Джива не читала, да? Читайте вы тоже. Все должны. Это вот потрясающая книга «Сокровенная истина Бхагаватам». Скачайте ее на bhaktibooks.ru. Вот. Так вот, это не просто, понимаете как, вот мы читаем книги, да? И потом обсуждаем, может быть, на форумах или с друзьями, да? Это как бы наше интеллектуальное изыскание. И только. Но что касается великих вайшнавов, когда они видят Бхагаватам, да, то есть когда они медитируют на эти стихи Бхагаватам, они погружаются в глубочайшие смыслы того, что Хари Кришна, проходи, дорогой, сюда, чуть вперед можно сюда пропустить, иди на Шарана, хорошо. Преданные становятся, как сказать, свидетелями этой реальности, это просто факт. Вот почему нам необходима саду-санга. Знаете почему? Потому что вайшнавы видят истину. И они нам способны ее даровать. Мы сегодня пели Ахи Вайшнава Такур. Кришна се томар, Кришна дите пара, томара шакатьячи. Кришна твой, ты можешь даровать Кришну. Потому что ты знаешь, кто он. Поэтому я бегу за тобой, как жалкий нищий. Кришна! Кришна! Я хочу Кришну. Шрила Горгавинда Махарадж, великий гуру в нашей линии, он у нас тут, раз, два, три, четвертый справа. Он наказывал своих учеников, ругал своих учеников. Он сказал, вы не хотите Кришну, вы хотите Майю, вы повторяете Хари Кришна, Хари Кришна. Поэтому вы получаете Майю, иллюзию получаете. Вы не получаете Кришну, вы получаете иллюзию, понимаете? Он взял одного ученика, у Шрила Горгавинда Махараджа кто-то сидел всегда на горячем месте, так называемом. Вот, то есть он вызывал, не то что вызывал, кто-то сидел впереди, он получал особую милость. У Горгавинда Махараджа была одна трость,
или тростью иногда его в самый такой разгар харикатхи его просто огревал. Where is my stick? Где моя палка? Понимаете? Кто-то шутил, что это воплощение Джаямангалы, знаменитого кнута Абхирама Такура. У Абхирама Такура, великого святого, был кнут, который назывался Джаямангала. Этим кнутом он мог кого-то стегнуть, и тот сразу обретал Кришнапрему. Сразу же, моментально он осознавал свое положение слуги Кришны в духовном мире. Хороший кнут, а? Ну, Горгавинда Махарадж говорят, что его трость, она была воплощением этого кнута. Так вот, один преданный, он его ученик, вот, но он шикша ученик нашего Гурудева, его хорошо знаю, из Австралии, Матхуранат Прабу. И он, на записи видно, как он спрашивает: Матхуранат, сколько тебе лет? 37 тогда было, сейчас намного больше. 37 лет! И ты не плачешь по Кришне! Друва плакал, Прохлад плакал. Вот. А ты не плачешь. Горе тебе, горе. Сколько тебе еще будет бить майя? Вы не хотите Кришну, вы хотите майю, поэтому вы получаете майю. Вот. Майя приходит к вам, как прекрасная женщина, и вы женитесь на ней. Она вас пинает потом, и вы женитесь на другой. Она вас опять пинает, и опять и так далее. Сколько раз ты можешь терпеть эти пинки майя? Одна тебя пнула, вторая пнула, третья пнула. Тебе мало? Вот. А, говорит, майя будет тебя пинать до тех пор, пока ты не скажешь «А-а-а-а!» И тогда он сказал одну потрясающую фразу, это может сказать только гуру. Я скажу майя, я скажу иллюзии, чтоб она пинала тебя еще сильнее. Вот так вот. Это может сказать только гуру. То же самое, как наш Гурудев. Помните, мы вспоминали, один преданный сказал: «О, Гурудев, у меня в астрологической карте Раху сидит». Раху, знаете, как демоническая планета, которая солнце затмевает, луну. Вот, в индийских фильмах это дядька с усами такой. Сами Раху. Понимаете? Вот он солнце и луну затмевает. Вот. Потому что он нектар пил, вот, а дальше не получилось, и поэтому он стал бессмертным, вот, и голову ему отрубили, поэтому одна голова стала бессмертная. Вот что я хочу сказать. Так вот у него Раху в этой таблице. Поэтому Гурудев сказал: «А, Раху, я его знаю», говорит. «И он меня тоже знает», говорит. «И он меня боится». Это гуру, понимаете? Потому что все злые планеты сразу же отключаются, как только ты принимаешь прибежище Шри Гуру. По-настоящему принимаешь прибежище Шри Гуру. Вот. Так вот, что мы хотим. Мы возвращаемся к истории Шри Рупа и Санатана. Они слушали Шримад Бхагаватам. И так целые дни проходили в этом обсуждении. А в тот день вдруг появилась одна деревенская девочка и сказала: «Баба, баба, о, вы очень погружены в свое обсуждение, но наступило время обеда. Я вам принесла кое-что, моя мама передала вам, смотрите, вот немного риса, вот немного молока, вот немного сахара, сделайте сладкий рис». Делали когда-нибудь сладкий рис? Да? Можно сделать. Потом его охлаждают. Очень славное блюдо. Вот. И она увидела, они даже не реагируют. «А, ну хорошо, положи здесь, все хорошо». И они даже не реагируют. То есть они в саду Санги находятся. Вот. Мы, если что, даже мы в саду Санги, если звонит мобильный телефон, мы сразу же им: «О, все, мы должны». То есть это как божество, я считаю. Я считаю, это мобильный телефон — это маленькое божество. Сразу нужно вот ом телефона намаха. Небольшую пуджу там, так, как дела, как все, все. Так. Вот. То есть очень трудно отключить мобильный телефон на саду сангу. Вот. Они даже, тогда, конечно, не было мобильных телефонов. Вот. Но они же не заметили. Какая-то девочка пришла, что-то прислала, да, положи, все неважно. Так, дальше смотрим. Смыслы первой песни Шримад Бхагаватам, первого стиха. И они дальше продолжают обсуждать. Наконец, заходит солнце, наступают сумерки, и Рупа, немножко к внешней реальности возвращается. «О, дорогой Санатана, уже довольно поздно, и пора бы угостить тебя просадом». Ах, кстати, вот и он, действительно. Девочка, увидев, что старший баба и младший баба, как их звали, Бара баба, это Санатана Госвами, большой баба, Чота Баба, это Рупа Госвами, увидев, как они заняты обсуждением духовных тем, она подула на руки, разожгла огонь волшебным способом
куча сухих листьев начала гореть. Она взяла котелок, положила туда рис, залила молоком, немного сахара и сварила сладкий рис. И Рупа говорит: «О, дорогой Санатан», — Санатан старший брат, младший должен служить. «О, дорогой Санатан, уже давно, довольно поздно, я хотел бы тебе предложить немного сладкого риса». «Ах да, кстати, вот и он». И они приняли по листовой чашке сладкого риса и тут же погрузились в глубочайший экстаз. Они встали и начали петь: Радхе, 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 Джай, 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 Шри Радхе. 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 Джай, Джай, Радхе, Радхе, Джай, 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 Шри Радхе. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Они поняли, что этот Махапрасад очень-очень особый, но не могли понять, почему. Но Санатана Госвами быстро-быстро сообразил, что произошло, потому что он был очень прозорливым. Он сказал: «Послушай, Рупа, мы заняли нашу свамини, то есть нашу владычицу, нашу покровительницу, служением нам. Это большая ошибка. Мы совершили оскорбление. Мы должны служить ей, а вместо этого мы заняли ее в служении себя». Он понял, кто была эта девочка. Санатана Госвами понял, что это была сама Радхика, которая пришла, чтобы сварить для них прасад. Вот так. Было еще несколько случаев такого же рода, когда сама Радхика или сам Кришна приходили. Знаете? Поэтому на очень-очень возвышенных стадиях духовной жизни или на очень возвышенных стадиях служения это возможно. Гопи стремятся забыть Кришну, они не могут о нем помнить. То есть они не могут забыть, они хотели бы о нем не помнить, но они не могут забыть. Знаете как? Он уехал во Вриндаву, из Вриндавана он отправился в Матхуру и в Двараку, а они помнят о нем. Им это доставляет огромную боль, но они все равно помнят. Они хотят забыть, но не могут забыть. Понимаете? Мы сейчас пытаемся помнить о Кришне. Мы знаем, согласно Писаниям, два правила. Всегда помнить. 3-4. Всегда помнить о Кришне. И никогда не забывать. Еще раз. Всегда помнить о Кришне. И никогда не забывать. А у нас все равно. Никогда не... То есть наоборот. Никогда не помнить и всегда забывать. Но мы пытаемся всегда помнить и никогда не забывать. И всегда накладывается никогда, но никогда навсегда. И получается дилемма, понимаете? Вот. Мы сражаемся за это памятование. А гопи, ближайшие служанки Кришны, они пытаются забыть о нем и не могут. Потому что это как яд для них. Но он необычайно сладостный. И поэтому они не могут расстаться с мыслями о Кришне. Хотели бы, но не могут. Это не означает, что они не любят Кришну отнюдь. Нельзя понимать так. Но это действительно означает, насколько глубока их любовь. Вот. Мы хотим прийти к тому же. А как прийти? Нужна саду санга. Нужна саду санга. Нужен кто-то, кто знает путь туда. Кто-то, кто находится там, и поэтому он знает путь туда. А кто это такой? Это трансцендентный, я бы сказал, сталкер. Шрила Гурудев, Шри Гуру. Он находится там. Кришна Сетомар. Кришна принадлежит ему. И он знает дорогу, как прийти туда. Он может взять нас. Что же, мы, как сказать, очертали, мы поставили платформу сейчас для нашей сегодняшней темы. Вот. И мы сейчас за нее примемся. Я очень рад, что вы хорошо слушаете, все очень свежо. Вот, никто не спит, значит, все здорово, мы можем продолжать. Так вот, сегодняшняя тема. Два вида бхакти, вайди и рагануга. Правила и предписания и спонтанное влечение. Когда мы поступаем в школу, в среднюю школу, да, очень много правил и предписаний. Нужно писать палочки, нолики. Я не знаю, сейчас какие-то другие, в одной аудитории мне сказали, что сейчас какие-то другие методы. Но я писал палочки и писал нолики. И ставил кляксы, как это шлока есть. Ученик учил уроки, у него в чернилах щеки.
есть такая мантра. Вот поэтому это было свойственно. Но потом дети некоторые начинают очень хорошо писать, а некоторые начинают писать хорошие сочинения, осмысленные и красивые. И впоследствии становятся великими писателями, авторами разных произведений научных и художественных. Вот. То есть это уже спонтанное творчество идет. Но сперва идут правила и предписания. А что случается с правилами и предписаниями письма, когда ты уже пишешь очень-очень свободно и очень спонтанно? Они никуда не уходят, они остаются. Кроме того, допустим, профессор, да, который феноменальный ученый, может показать своим студентам, как правильно писать, допустим, курсовые дипломные работы, на что обратить внимание по правилам также. И той же грамматики он может объяснить, как лучше выразить те или иные идеи. Вот. Он их как бы не забывает, но он поднимается над ними. То есть они уже не влияют настолько, насколько они влияют на уровне подготовки. Правильно? Таким же образом, давайте посмотрим, правила и предписания, которые мы следуем сейчас, вот, они не, как сказать, все объемлющие, они не давлеющие над всем. Они являются как бы вспомогательными, дежурными, необходимыми для того, чтобы нам служить Кришне спонтанно. Вот. Но спонтанное служение Кришне придет лишь, когда появится уровень ручи, то есть уровень спонтанного вкуса к нему. Прежде всего, к святому имени. Вот. Как же нам этого достичь? Давайте сейчас обратимся к знаменитому диалогу между Шри Чайтаньей Махапрабху и Шри Рай Раманандой. Господь Чайтанья пол жизни, пол своей земной жизни, да, провел в Навадвипе, вот, в основном в Навадвипе, как домохозяин. Но затем он принял саньяс, полное отречение от жизни, обрил, от материальной жизни, обрил свои прекрасные вьющиеся волосы и стал саньяси, отреченным монахом, отправившись в Джаганатхапури, город на берегу Индийского океана, Бенгальского залива, на восточном побережье Индии. Там он провел последующие 24 года, но не все. То есть он 6 лет путешествовал по Южной Индии, 18 лет он провел в Пуре. Из них 6 лет он с преданными ходил на Санкиртану и на Радхаятру и так далее. И 12 последних лет он был лишь в уединенной комнате Гамбхира. Вот, так он переживал разлуку, которая в сердце Шримати Радхики, разлуку с Кришной. Так вот, Господь Чайтанья пришел в Джаганатхапури, и его один очень-очень преданный слуга, Шри Сарвабхаума Бхаттачарья, направил его на встречу с одним возвышенным преданным на юг. То есть к Шри Чайтанье он хотел отправиться на юг, так или иначе. Но формальным предлогом было то, что он хотел найти своего брата, который принял саньяс. Старший брат, было неизвестно, где он. Вот. Но на самом деле он шел, чтобы встретить Раю Рамананду. Рая Рамананда был великим преданным, и к нему направил Господа Чайтанью Сарвабхаума. Так Господь Чайтанья оказался у берегов Годавари, и он встретил Рая Рамананду. Рая Рамананда был губернатором Мадраса. На самом деле он был величайшим из преданных, но просто у него была такая функция. Он был вот таким правительственным чиновником, кстати, царя Пратапарудры, царя Пури. Когда они встретились, они обнялись, что повергло в ужас кастовых брахманов, которые сопровождали, как сказать, Рая Рамананду, который был чиновником, да, правителем. Как этот отреченный саньяси может принять правителя, который по происхождению, ну, как шудра они его считали, то есть низкая каста. Вот еще раз это подчеркивает, что вовсе не важно происхождение. Мы говорили об этом несколько вечеров назад. Так вот, Рай Рамананда говорил в этом диалоге, не сам Господь Чайтанья, а Рай Рамананда говорил: Господь Чайтанья дал наставление своим другим слугам, Рупе, Санатане, многим другим, но Раю Рамананду он слушал. Почему?
Потому что Господь Чайтанья, кто он такой? Он океан Бхакти. Он океан Бхакти. И когда... Знаете, как тучи образуются из океана? Когда поднимается туча, испаряется вода, океанская вода. Вода, которая испаряется, она пресная. Из океана испаряется пресная вода. Благодаря законам природы. Образуются облака, тучи. И из туч на землю идет дождь, пресная вода. Пресный дождь капает. Так вот, Рая Рамананда подобен вот этой вот туче, сгустку милости Господа Чайтани. И Господь Чайтанья сказал: говори. И он начал говорить, он начал лить потоки милости Господа Чайтани. И эти потоки милости падали в тот же океан, из которого они изначально вышли. При этом океан при контакте вот этих капель концентрированной милости, которая в нем содержится, он стал океаном самоцветов, океаном ратнакар, океаном жемчужин. Вот что произошло с океаном. Вот такая вот потрясающая вышла алхимическая реакция. Так вот, в этом разговоре, вы понимаете, что такое саду-санга? В этом разговоре рождались такие перлы, такие откровения. Это потрясает. В этом мире даже, вы знаете, если встретятся, допустим, двое ученых, да, два там, не знаю, искусствоведа, там, два, ну, каких-то там деятеля, да, подобного рода, о, в их разговоре может родиться новое открытие, новые какие-то выводы, да, по теории, по эстетике, по чему-то еще, да. Вот. Это материально. Это, как сказать, бренно. Вот. Но что касается двух трансценденталистов, один из которых сам Верховный Господь, играющий роль преданного, это Господь Чайтанья. А второй Рая Рамананда. Вы представляете, что может родиться? Это чистый самоцвет, это совершенно потрясающие драгоценные камни, ранее невиданные даже. Неизвестно даже, как их назвать. Так, Кришна, то есть Господь Чайтанья, получал наставление кого? Вишаки. Вишака. Рая Рамананда. Так вот, сперва... Господь Чайтанья попросил: скажи о том, что такое садана и что такое садья, что такое путь достижения цели, что такое высшая цель. Рая Рамананда начал говорить. Он говорил сперва о варнашраме, о социально-духовной жизни в обществе. Он сказал, что вот есть четыре социальных класса: брахманы, вайши, кшатрии и шудры. Есть четыре духовных класса: брахмачари, грехастхи, ванапрастхи, саньяси. Если соблюдать эту систему, то можно достичь Господа Вишну. Господь Чайтанья сказал: «Эго бахьям аге кайар» – это внешнее, продолжай. Тогда Рая Рамананда сказал: «Непривязанность к плодам своего труда – это путь к достижению, это совершенство жизни». Атма самарпанам, то есть отречение от плодов своего труда. Он процитировал стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит Арджуне: что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, через какие бы аскезы ни проходил и какое бы жертвоприношение ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Хорошо, но это внешне. Поэтому продолжай, сказал Шри Чайтанья Махапрабху. Тогда Рая Рамананда сказал: «Сарва дарман паритяджа мамекам шаранам враджа мамекам сарвапатебьо мокшая шьями машу чага». Это конечный вывод Бхагавад-гиты. Завтра мы будем говорить об этом. Завтра день Бхагавад-гиты Гита Джаянти. Всех приглашаем на программу в Реноме вечером 18:30. Мы будем вспоминать этот стих. То есть оставь все виды религиозного долга, дхармы, да, и предайся мне. «Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков, не страшись ничего», — сказал Кришна. Но это тоже внешне. Это лишь внешне, вы понимаете? Как потрясающе. Варнашрама — внешне. Шаранагати — тоже внешне, боже мой. Это такие вещи, можно жизнями-жизнями работать. Шаранагати. Знаете, что такое шаранагати? Вручение себя Господу. Мы говорили, но так немножко мельком. Мы должны очень хорошо закрепить это. Шаранагати. Шесть методов вручения себя Господу. Анакульясе санкальпа, пратикульясе варджанам,
Ракшишетити Вишвасо, Гоптритве Варанам, тогда Атманикшепа Карпанье, Шадвида, Шаранагати. Да? Принять все благоприятное для бхакти, отвергнуть все неблагоприятное. Проявлять смирение, полностью вручить себя Господу. Принять Кришну своим покровителем и защитником. Шесть составляющих. Не так-то просто это сделать, вы представьте себе. Это всегда быть под покровительством Кришны, всегда принимать только то, что благоприятно для его служения. Ого-го-го-го, это немало. Это немало, друзья. Но это внешнее, это только внешнее. Постой, а что же внутреннее? Слушаем дальше. Тогда Рай Рамананда начал перечислять различные виды смешанного бхакти. Смешанная бхакти. Сейчас мы знаем, что следует совершать чистое бхакти, но пока не можем. Потому что наша бхакти смешанная. С чем? Материальными желаниями. Карма. Желаниями безличного освобождения. Гьяна, может быть. Желаниями мистических совершенств. Йога, может быть. Называется, соответственно, карма мишра, смешанная с желаниями материальной деятельности ради плодов. Гьяна мишра, смешанная с желаниями безличного освобождения. Йога мишра, смешанная с желаниями достижения йогических совершенств, мистических сил. Вот. И, наконец, шудда бхакти, гьяна шунья. Шудда бхакти означает чистое преданное служение. Вот. То есть Рай Рамананда перечислял все эти смешанные виды один за другим. И Махапрабху каждый раз говорил, это внешне продолжая. Наконец, Рай Рамананда произнес вот этот стих. Гьяне праясамудапасья наманта эйва дживанти санмукаритам бхавадия вартам стане стита шрутигатам тану ван манобир Йепраяшоджитаджитопьесиктайстрилокьям. Это тоже стих из молитв Брахмы, так же, как и Таттену Кампам. Господь Брахма, разочарованный тем, что он пытался обмануть Кришну, но в итоге оказался обманутым сам, это особая история, мы рассказывали раньше, произнес: попытки с помощью эмпирического знания постичь объект, недоступный материальным чувствам, называются арохавадой, трудоемким и бесполезным восходящим процессом познания. Те, кто оставляют путь гьяны, то есть знания, и поддерживают свою жизнь служением тебе, Кришна, без остатка посвятив ему тело, ум и речь, слушают повествование о тебе из уст саду и своей премой покоряют тебя, непобедимого во всех трех мирах. Это понял Брахма. Я совершил ошибку. Я великий эмпирик. Я хочу познать, кто такой Кришна. И желая познать, кто такой Кришна, он сыграл шутку. Он спрятал друзей-пастушков Кришны, с которым он сидел на траве, и пас коров и телят. И этих коров и телят он спрятал в пещеру, завалив валунами. Что будет делать этот Кришна? Почему все думают, что он Верховный Господь? А ну-ка, то есть, кто, что он самый-самый. Ну-ка, давайте проверим, кто он такой. Сам Брахма усомнился, что в том, что Кришна Верховный Господь. В итоге Кришна распространил себя во все формы мальчиков-пастушков и телят. Брахма отсутствовал, пребывая в своей обители Брахмалоки, всего лишь мгновение. За это время на земле прошел целый год. Брахма вернулся и увидел, как ни в чем не бывало, мальчиков-пастушков, телят и коров, окружающих Кришну на той же лужайке. Брахма в ужасе посмотрел двумя головами. Он заглянул в пещеру, проверив, что они до тех пор значит, были в этом мистическом сне. Двумя головами он смотрел, не мигая, на Кришну мальчиков пастушков, которые играли, как ни в чем не бывало, на том же самом месте. Гурудев говорит, на самом деле было три комплекта. Третий комплект был просто спрятан. Он был невидим. Первый комплект был в пещере Майя, то есть их создала. А третий – это тот, в который Кришна себя распространил. Да? Мы немножко обсуждали эту лилу, не хочу повторяться, но факт тот, что Брахма был в большом смятении, поэтому он стал молиться Кришне, 40 молитв он вознес, это третий из 40. И вот это, он сказал, что все, я понял, что гьяна не идет, что при помощи знания эмпирического или безличного, то есть ведущего к осознанию, вот видите этот белый свет посередине этого плаката, Брахма-джьоти, то есть это безличное сияние, исходящее из высшей обители Господа. Многие люди хотят раствориться в этом. Буддисты хотят раствориться, шанкариты хотят раствориться. Вот. Но это не все.
далеко не все. То есть это как бы окей в целом, то есть это трансцендентная реальность, вот, но это не все, это безличная реальность. Если мы хотим познать Бога Солнца, то лучей нам недостаточно для этого, поэтому нужно поклоняться Богу Солнца, чтобы увидеть его воочию. Подобным образом, если мы хотим узнать, кто такой Кришна, нам нужно поклоняться ему как Бхагавану, то есть личности. Вот, поэтому и путь восходящего знания, и путь вот этого вот безличного знания несовершенны. Почему? Потому что в них на самом деле нет личностных любовных взаимоотношений, которыми переполнен путь бхакти, преданного служения. Пока мы не встанем на путь бхакти, нам совершенно невозможно будет общаться с Кришной личностно. Знаете как? Мы хотим завязать личностные отношения с Богом. Вот взгляните на мировые религии современные. Какая из них говорит о том, что Господь – это личность? Есть какие-то намеки. Намеки, полунамеки, какие-то пророчества, какие-то, как сказать, как называется, литературный термин-то, аллегории, вот, и так далее. То есть нет конкретики. Поэтому Микеланджело нарисовал старика с длинной бородой. Он же самый древний, окей. Длиннейшая и сидейшая борода. Вот, 60 лет, капелла, да? Вот, это Господь Бог в их понимании. Возьмем другие религии, там порой вообще нет ничего личностного. Нельзя говорить о нем как о личности. Он не может быть личностью. Он настолько велик, что он не личность. Но это то же самое, что сказать, солнце настолько велико, что это просто лучи. Неправильно. Пусть лучи слепят. В Ишапанишат есть одна мантра. «О мой Господь, пожалуйста, убери свое сияние, ослепляющее меня, чтобы я увидел твой личностный образ». Есть одна прекрасная молитва ближе к концу Ишапанишат. Те, кто не читал, посмотрите. До 18-й. Да. «Пожалуйста, убери это сияние». Убери, означает брахман. Сияние брахмана, оно может немножко ослеплять. Так вот, оно ослепляет тех, кто брахмавади, да? И тем более майявади. Они не знают, кто такой личностный Господь. Вот, поэтому каков метод? Каков метод того, чтобы привлечься вот этой личностью Кришны? Слушать и воспевать. Шраванам, киртанам, ну и памятовать смаранам. Вот это три основных метода. Кого служить? Осознавших себя душ. Кому служить? Осознавшим себя душам. Под их руководством. Слушать и воспевать и памятовать. И тогда в итоге что? Мы придем к осознанию Бхагавана, личностного Господа. Это метод. Это очень-очень важный стих. Услышав это, Господь Чайтанья впервые сказал: «Эго гой, это хорошо, но продолжай». Но продолжая, так Рай Рамананда продолжал, он говорил о различных расах преданного служения. Есть пять рас, пять экстатических видов служения, которые осуществляют Кришне и его вечные спутники в духовном мире. Не только как Кришне, да, и Господу Нараяне, и Господу Рамачандре, и многим-многим проявлениям на Вайкунтхе, Нрисимхе, Вамане, Варахе и так далее, и так далее. В различных расах. Пять рас. То есть пять основных видов взаимоотношений. Нейтральное. Дальше дасья – это слуги господина. Сакья – дружеская. Ватсалья – родительская. Вы знаете, у Бога есть мама и папа, вы слышали? У Господа Бога есть мама и папа. Да? Нанда и Яшода. Или же Васудева и Деваки в другом проявлении. И, наконец, Мадхурия – это любовные взаимоотношения с ним. Все это услышал Господь Чайтанья от Рая Рамананды. Затем Рая Рамананда начал говорить о самом сладостном, о Мадхурия расе, о настроении Радыки, о том, кто такой Кришна, кто такая Радыка. И, наконец, он начал говорить о самом сокровенном, природе их любви. Это было полностью-полностью потрясающе. Это можно слушать только от самых чистых преданных. Так вот, после этого Господь Чайтанья услышал от Рая Рамананды, что же такое бхакти. Есть бхакти двух видов. Одно – это следование правилам и предписаниям, называемое вайди, мы говорили в самом начале. Рая Рамананда процитировал вот этот стих.
Nano pachara kripa puja namarta bando premnaiva bhakta hridayam suka vidrutam syat. Ya vatkshut asti jatthare jaratha pipasa tavat sukhaya bhavato nano bhakshya peya. Еда и питье приносят истинное удовольствие, когда человек испытывает голод и жажду. Подобным образом поклонение Господу, другу всех страждущих, приносит истинное счастье, когда преданный исполнен према. То есть, что это такое? Пока мы голодны, мы испытываем голод. Мы хотим что-то съесть. Вот. Если мы не голодны, то мы не голодны, то мы не едим. Вот это принцип вайди. Знаете как? То есть, необходимы правила и предписания для того, чтобы удержать свой ум на Верховном Господе. Сейчас нам трудно это сделать, поэтому мы должны выполнять правила и предписания. Чтобы наш ум был свежим, чтобы у нас была мотивация служить, мы должны пытаться находиться в сатва-гуне. Сатва-гуне означает в гуне благости. Для этого необходимо рано вставать. Да? Преданные Кришне известны как те, кто рано встает. Если ты рано не встаешь, то ты не совсем преданный Кришне. Ты на сколько-то процентов преданный Кришне, на сколько-то процентов преданный Майя. Вот, я думаю, Дуэл Нитай нам не даст соврать. Вот, и так далее. Немножко Кришна, немножко Майя. Сколько-то процентов Кришны, сколько-то процентов Майя. Но правила и предписания – это очень великая вещь. Почему? Потому что без них никуда. Поэтому каждый ребенок с детства знает, нужно чистить зубы. Не будешь чистить зубы, разведутся амебы, живые амебы, знаете, которые твои зубы съедят постепенно, и не будет у тебя зубов. Вот так. И никто не сможет с тобой разговаривать, потому что это не окажется возможным по понятным причинам. Потому что ты полон амеб. Поэтому несостоятельный собеседник. Но у нас существует вот это настроение вайди. И так же, как не испытывая голода и жажды, человек не оценит самое изысканное блюдо, так же Кришну не привлекут даже самое пышное подношение, если не сделаны без премы. Вот с другой стороны, кто испытывает голод и жажду, наслаждается обычным рисом и водой. Если ты очень голоден, ты можешь принять любую пищу, только бы убрать этот голод. Ты ужасно голоден, весь день ничего не ел, есть немного риса и немного воды. И ты съешь все, просто причмокнешь и скажешь еще. Вот. И есть только рис и вода. Давай еще, все равно. Целую кастрюлю риса опустошил. И это, литр воды выпил. Вот так, голодный, изалкавшийся человек. Вот. Здесь вывод очень простой, что Бхагаван или Господь принимает то, что ему подносят, с любовью. Вспомните знаменитый вариант, знаменитую историю с Видурани, супругой Видура. Как-то раз Кришна отправился к Видуре, но Видуры не было дома, Видура великий святой. До этого его пригласили Кауравы, Дурьотхана, пригласил Кришну и предложил ему огромный пир. Но Кришна даже не посмотрел в ту сторону. А здесь он пришел в дом Видуры. И Видуры не было дома, была Видурани. И так как дома было шаром покати, Кришна пришел неожиданно. Видурани была так зачарована прекрасным видом Кришны, что она так хотела ему что-то дать, и она не нашла ничего, кроме бурых бананов. Уже забуревших бананов, знаете? Вот. Старые, которые лежали довольно долго. И она стала снимать с них шкурку, смотря на Кришну и открывая глаза. И вместо, собственно, мякоти этих бананов, она стала давать Кришне шкурки. А Кришна стал принимать эти шкурки, потому что они были предложены с любовью. И затем пришел Видура, он сказал: «Глупая женщина, что ты делаешь? Ты должна давать бананы, а вместо этого ты даешь шкурки». Кришна сказал: подожди, не останавливай, мне так нравятся эти шкурки от бананов». Но в то же время Кришна не принял подношение, даже самое-самое роскошное подношение пандавов. Вот. То есть, вайди – это правило предписания, но Кришну не могут привлечь
правила и предписания. О чем он сам говорит? Он сам говорит это в начале. Читание Чаритамриты Шрила Кавирадж Госвами воспроизводит его слова. Он говорит, весь мир поклоняется мне в благоговении и почтении. Весь мир совершает правила и предписания для того, чтобы меня порадовать. Но меня, он открывает свое сердце, не привлекает это. Что же привлекает Кришну? Что может захватить сердце Кришны? Это рага. А рага – это спонтанное влечение. Так вот, второй вид бхакти, к которому мы придем когда-нибудь, и которым, как сказать, мы можем привлечься уже сейчас, слушая повествование о Кришне, Харикатху из уст вайшнавов, это рага-нуга бхакти. Так вот, следующий стих, который Рай Рамананда процитировал, был как раз-таки тот, который является нашим сегодняшним основным стихом. Давайте послушаем внимательно. Кришна бхакти расабавита матир, криятам яти кутопи лабьяте, татра лаулем апи мулем экалам, джанмакоти сукритайр на лабьяте. Вы знаете, почему Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад назвал свою организацию, Международное общество сознания Кришны? Вот этот стих можете отметить. Как раз таки показывает, что такое сознание Кришны в этом стихе. То есть вот этот стих, он как бы на знамени ИСККОН написан. Вот, на знамени вообще всех чистых преданных. Вот, знамя у нас Динашаран сделал. Двимпел. Вот. На нем написано Хари Кришна Махамантра, но на самом деле значение, вот этот стих, еще раз я повторю. Кришна Бхакти Расабавита Матир, хора нет. Криятам яти кутопи лабьяте, татра лаулям апи мулям экалам, джанмакоти сукритайр на лабьяте. О добродетельный человек, говорится в Подъяволе, если тебе доведется встретить того, кто обладает Кришна Бхакти Расой, то есть потрясающими, глубочайшими взаимоотношениями с Кришной, в особенности в раджа-расе, то есть в настроении Вриндавана, не теряя ни минуты, попроси у него это сокровище. Он отдаст его тебе лишь за одну цену, страстное желание им обладать, жадность. А иначе Кришна-бхакти останется недоступной для тебя, каким бы благочестивым ты ни был. Можно совершать вайди бхакти, правила и предписания тысячи жизней. И сокровище бхакти расы останется недостижимым. Почему? Потому что Кришну не покоряет настроение вайди. Не покоряет. То есть это настроение, оно превалирует, оно царствует на пути вайкунтха бхакти. Если мы хотим отправиться лишь... Покажи вайкунтхи. Указку бери. Вот. Если мы хотим отправиться на Вайкунтхи, но если мы хотим отправиться на Галоку, показывай где. Вот. Высшую планету Кришны. У меня сегодня недостаточно длинная указка, а Данда осталась в Москве, поэтому, к сожалению, лишняя единица в самолете. То мы должны прибегнуть к методу Рага-Ануга, понимаете как? Поэтому тот процесс, который мы сейчас практикуем, это по-хорошему Рага-нуга правритти вайди бхакти. То есть бхакти, основанная на правилах предписаниях, с желанием развить рага-нуга. Это наш Гурудев подчеркивал. То есть то бхакти, которое мы получаем в линии Господа Читания, это фактически рага-нуга правритти. То есть уже мы получаем вот этот привкус, понимаете как? Уже получаем это настроение. Сейчас много правил предписаний у нас. Да. Мы встаем рано, мы наносим тилак, мы повторяем гаятри мантры, мы идем готовить, мы произносим такие мантры, потом такие, все это. Но настроение, понимаете, куда все это ведет, зачем, ради чего все это? Вот это. Тут же это вложено, просто вложено в пакет, в этот пакет. Поэтому, смотрите, можно совершать вайди бхакти, слушать, воспевать, памятовать, открывать духовные школы, открывать коровьи фермы, развивать инфраструктуру тысячи жизней. И джанмакоти сукритар налабьета, то есть тысячи жизней сукрити, благочестивых заслуг, накопленных на стезе регулируемого преданного служения, окажутся не
действительными для того, чтобы обрести вайти бхакти, рагануга бхакти, враджа бхакти. Вот какой смысл этого стиха. Вот что такое сознание Кришны. Кто-то говорил Шри Бхактивиданте с вами Прабхупаде, о, может быть, назвать общество сознание Бога. Он сказал, нет сознания Кришны. Почему? Вот по этой причине. Потому что Кришна – это расо вайсага. Та раса, которая есть у Кришны, ее нет у Господа Нараяна, ее нет у Господа Рамачандры, ее нет у других ипостасей, которые, которым поклоняются в благоговении и почтении. Но лишь на Голока Вриндаване никто не знает, все жители не знают, что Кришна – это Бог. Они думают, что Он прекрасный юноша, цвета свеженалитой грозовой тучи, неповторимо играющий на флейте, завораживающий всех и каждого. Все, что касается Его, полностью сладостно. Мадурам, мадурам, помните эту песню? Не поете ее? Нет? Поете. Вы должны знать глубокий смысл этого. Чтобы петь эту песню нормально, по-настоящему, должны слушать эту сиддханту. Вот почему для вас эта лекция сегодня. Это для наших певцов и певиц. Чтобы это было не просто ля-ля-ля, понимаете? Дора, ми, фа, соль. Чтобы было понимание. Санкиртана означает киртан с самбандагьяной, с взаимоотношениями. С этим Кришной. Почему он мадурам? Почему Нараяна не мадурам, а Кришна мадурам? Почему? Почему Господь Бог Саваоф, бородатый у Микеланджело, не мадурам? А Кришна, мадурам, почему? Мы это должны слушать от вайшнавов. Так вот, не теряя ни минуты, попроси у него это сокровище. Единственной ценой за получение этого сокровища является лаулем, жажда, жажда, жадность. Амито кангал, Кришна, Кришна боли, тай дава паче, паче, пожалуйста, дай мне Кришну, дай мне Кришну, дай мне Кришну. Но Шрила Горгавинда Махарадж поверг нас в слезы, он сказал, вы не хотите Кришну. Вы хотите майю, и вы получаете майю. Тут такой вайшнав, такая харикатха. А я хочу чего? Новую модель автомобиля, компьютера. Чего еще? Только не Кришна Бхакти. Почему? Fie on me, горе мне, горе мне, горе мне. Вот этот стих говорит, что такое сознание Кришны. Нам сознание Кришны не интересно, потому что сознание майи. Поэтому мы получаем сознание майи, потому что хотим. Что у нас в глубине сердца заложен. Чего мы хотим? Поэтому очень-очень важно спросить себя. Сверять свою жизнь по этим шлокам. Вот. Завтра будет финальная шлока и, в принципе, несколько основных ключевых шлок Бхагавад-гиты на программе, потому что завтра день Гита Джаянти. Гита Джаянти, прославление Бхагавад-гиты, это тот самый день, в который Кришна рассказал Бхагавад-гиту Арджуне. Завтра также день Экадаши, день поста. Для преданных, для гостей, которые не знают правила Экадаши, мы раздадим в конце листочки, как следовать правилам Экадаши завтра. Возможно, это будет первым Экадашем в вашей жизни. Вот, Костя, следовали Экадаши? Саша, вот, хорошо. Мы вам предлагаем завтра провести ваш первый Экадаши в жизни и дадим вам правила. Ну, как всегда, все с них начинается, понимаете, как. Вы покупаете любой товар, и там правила. Вы вступаете в любую игру, и там правила. Поступаете на любую работу в любой вуз, там тоже правила. Поэтому у нас тоже правила. Вот в Бхакти, держите Деваки, оно упадет сейчас. Вот. И затем после правил уже наступает творчество, правильно? То есть сперва нужно обучиться профессии, обучиться ремеслу, а затем уже идет творчество. Ты вдруг становишься народным умельцем, изучив правила, как выстрагивать из дерева вещи. Ты вдруг феноменальные вещи можешь строгать из дерева. Все, а потом это попадает в музей, вообще ты становишься лауреатом и так далее. Ну, так получается. Так же и здесь, понимаете? Это творчество, это, как сказать, не просто творчество. Творчество не совсем правильное, как сказать, определение. То есть это исходит как бы от тебя. Это самое дело, дело в том, что это трансцендентное, то есть это оттуда, и это в тебе. Но, как сказал Джордж Харрисон в своей знаменитой песне, это within you, without you. Это в тебе, но без тебя. Это очень хорошая идея. Within you, without you. В тебе, но без тебя. Это в нас, но без нас. И чем больше это с нами, тем лучше. Для нашей расы, для наших взаимоотношений с Кришной. Поэтому наша задача встретить расика вайшнава.
Расика, который пронизан этой расой, когда мы встречаем его, брось все, забудь, забудь, беги и слушай. Кришна, Кришна, Бога, и Тава, Пача, Пача. Поэтому великие преданные, да, Ачарья Мадхав, да, наш Парам Гуру Дев Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами, Раджи, другие, они присоединялись к Мадху, да, они приходили детьми. Шрила Бхакти Дживан Джанардана Махарадж пришел 9 лет от роду, Шрила Бхакти Веданта Мадхусудана Махарадж пришел, да, то есть он 7 лет от роду, Бхакти Веданта Мадхусудана Махарадж 9 лет от роду пришел, другие преданные, да, наши санги, пришли так. Шрила Гуру Дев пришел, уже будучи семьянином, он оставил все. У него была жена и две дочки. Вот. Он подложил под подушку, под одеяло три подушки, что, мол, он спит. Ночью сел на поезд, уехал в Новодвип насовсем. Вот. Это экстремальный вариант. Шрила Бхактивиданта, где моя указка? Тривикрама Махарадж, духовный брат нашего гуру, второй слева, второй справа. Вот. Он тоже был семьянином, но он оставил семейную жизнь. Его жена сказала: если ты уйдешь из семьи, я сожгу себя. Он сказал: хорошо, ты купи керосин, принеси, у меня есть спички, я подожгу. Это экстремальный пример, понимаете. Тривикрама Махарадж, это его, как сказать. То есть он, как скажет, мало не покажется. Вот, это было. Вот. Но, так сказать, это высший бред. Почему? Наш Парам Гуру Дев Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж. Его мама была преданной, ученица Шрила Бхакти Сиддханта Прабхупады тоже. Вот. И она написала из деревни письмо, как сказать, она уже на смертном одре была: я хочу, чтобы мой сын пришел попрощаться. Вот. Прабхупада Бхактисиддханта дал наставление Винод Бихари, Брахмачари, как его звали: твоя мать зовет тебя, иди к ней. Вот. Парам Гуру Дев ничего не сказал и куда-то исчез. Вечером Прабхупада спрашивает: как, Винод Бихари уехал? Нет, Махарадж, он здесь. Где? В комнате. Позвать его. В комнате, повторяет святыня. Позвать его сюда. Почему ты не поехал к своей матери? Я дал тебе это указание. Парам Гуру Дев разрыдался. Он обнял стопы Шрила Прабхупады Бхактисиддханта. Он сказал: Прабхупад, я тысячами жизней шел к вашим лотосным стопам. Сейчас вы мне говорите, чтобы пошел к матери. Если пойду к ней, она даст мне наставление: присматривай за хозяйством, стань нашим наследником, присматривай за все земли, потому что замендары, семья замендаров, землевладельцев. Там огромное владение, там столько работы. Вот. Прабхупада, я шел к вашим стопам тысячами, тысячами жизней. Если я пойду к ней, она даст мне наставление следить за хозяйством. Вот, я хочу остаться у ваших лотосных стоп. Шрила Прабхупада заплакал и обнял его. На этом все закончилось. Понимаете, что даже наставление гуру он отверг, которое касалось чего-то, кроме чистого преданного служения. Вот. Шрила Бхакти, Шрила Рагунат Дас Госвами хотел сбежать из дома. Сбежать из дома. Ему его родители, то есть его отец и дядя, Хиранья и Гавардан Маджумдары, нашли невесту, прекрасную, как мисс Юниверс, мисс Вселенная. Вот. И у него было состояние там тоже миллиарды долларов на наши деньги сейчас. Тысячи, тысячи золотых монет в то время. Там. Одна рупия это было уже там. А золотая монета это вообще, то есть, ну. Вот. Но его это не привлекало абсолютно. Он хотел сбежать из дома к Господу Чайтани и наконец сбежал. Наконец сбежал. Бежал долго-долго-долго окольными дорогами, целых 10 дней он весь был. Измучен, исцарапан колючками, он где-то останавливался, пил немного молока, немного турецкого горошка и бежал дальше. На сеновалах ночевал. Все это. Почему? Ради чего? Чего? Люди на нас смотрят, не понимают, чего они вообще от всего отрекают? Чего ради? Чего получаете-то? Бхакти-раса. Ответ Бхакти-раса, ответ вот этот стих, вот что получаем. Бхакти-раса. И вот это счастье. Вот мы сейчас слушаем Харикатху, мы счастливы. Это наша жизнь. Если ее нет, проблемы, плохо. Та проблема, вся проблема. Потому что нет Харикатхи. Если нет Харикатхи, много проблем, даже в мире преданных. Если нет Харикатхи, тогда пустота. Да. Тогда мы начинаем смотреть через окно, смотреть в экран, смотреть, что происходит, кто кого надул, кто. В общем, становимся, так сказать,
я это слово повторю, интегрируемся, да, в этот мир происходит интеграция. Мы становимся такими же, как все они, понимаете? Это очень грустно, действительно. Поэтому наша задача культивировать сознание Кришны, всегда памятовать, никогда не забывать. И тогда когда-нибудь наше преданное служение станет спонтанным, как непрестанный поток меда из перевернутой вверх дном банки. Это не обиласит ашуням, гьяна карма дина притам, анукулиена Кришна научила нам бхактиру тама. Завтра мы сможем обсудить утречком те преданные, которые придут на Мангаларати, этот стих и другие, те, которые выучили. Вот, завтра наш последний день. У вас, к сожалению, было очень-очень здорово, но нас ждет большая музыкальная программа вечером. Она будет короткая, но большая. То есть большая, но короткая, так как вечерняя. 2,5 часа у нас в распоряжении. Вот. Но мы прославим Бхагавад-гиту. Опять-таки тем нашим преданным друзьям, кто будут соблюдать Акадыши впервые, мы дадим правила на листочках. И с утра читайте Бхагавад-гиту завтра, готовьтесь, приходите. Мы будем прославлять это прекрасное произведение. Вот, Шри Шлокамритам ки джай, Шила Гурудева ки джай, Нитай Гор Примананде, Хари Хари Бол. Сейчас какие-то вопросы, если возникли, пожалуйста, задавайте. Затем мы споем арати, раздадим просад. Вопросы любые или по теме? Сперва по теме, потом другие. Я знаю, что Чутаджи много вопросов, вот, но сперва... Да, у меня, да, есть. Да, значит, Дэйл Нитай. Вопросы, наверное, по теме пойдут. Угу. Такой вопрос периодически возникает, я все-таки, наверное, решу себе задать. Угу. Те дживы, которые находятся в служении в духовном мире, да, то есть под опекой, так сказать, йога-май, угу. Они, не понимая, что Кришна – Бог, они осознают вообще, что они находятся в духовном мире? Понимаешь, ты имеешь в виду на Галока Вриндаване, да. Во Врадже. Лишь во Врадже, это высшие, высшие проявления Галока Вриндавана, они не понимают, что Кришна Бог. Они ничего не знают, сказано в Джайвадхарме, про материальный мир, и что есть какие-то души, которые там страдают. Они думают, что все, что у них есть, это есть. Даже сам Кришна, он ничего больше не знает. Он не занимается никаким творением, управлением и так далее. Он просто мальчик, который играет на флейте, ворует масло и играет с гопи. Вот и все. А его экспансии, Махавишну, ну Махавишну уже ответственный за материальный мир, вот он уже знает, что это материальный мир и так далее, и так далее. Мы говорим, переводя на наш язык, но на наш язык мы можем сказать только плюс или минус. Или плюс, или минус. Или белый, или черный. Все. Мы не можем. Знает, не знает. Вот это вот. Да, все намного сложнее. Сказать, не то, что сложнее, непостижимее. Там непостижимо. Ачинтья. Но он забывает, что он Бог, да, это правда. Иншаран Прабху. Сейчас вот по отречениям было. Легко отречься от того, когда что-то не смог добыть. А вот стоит ли добывать? О, это очень риторический вопрос. Мне он очень понравился. Да, это хороший вопрос. Как-то раз одна преданная мне призналась. Каждый раз, когда у меня возникало какое-то желание что-то получить, Кришна мне сперва не давал, а потом, когда желание исчезало, он давал. Он такой очень хитрый. Поэтому, когда ты получаешь уже то, что тебе уже не, ну, то, что уже перегорело, понимаете, это довольно противно. Вот, ну на, бери свою погремушку, понимаете. Она мне уже ни к чему. Все. Мы ее уже откладываем, понимаете. Может, человек просто перегорел, он понял, что это просто, ну, излишне, да, допустим. Мы можем, допустим, хотеть получить что-то, что полезно для сознания Кришны. Да? Вот у Динашарана была идея сделать этот замечательный вымпел. Он сделал. Очень полезно для Кришны. Вот такая штука. В каждой санге должна быть. Очень хорошо. Поэтому все, это абсолютно. Вот. Но бывают какие-то вещи, которые на самом деле не являются необходимостью. Желание дикое, понимаешь, что ну, да. Бесполезно. Да, 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 совершенно верно. Это милость вайшнавов. По милости вайшнавов мы начинаем понимать, что это бесполезно.
Иначе нет понимания, что бесполезно. Милость вайшнав, которую раскрывает Шримад Бхагаватам нам. После определенных эпизодов Шримад Бхагаватам, слушания, да, у нас больше не захочется, то есть у нас больше не возникнет желания жить так, как обычные люди. Я помню, вот как я читал Бхагаватам, да, у меня гуру не было, я все 90-е годы, 10 лет я читал Бхагаватам каждый день, и так я все 12 прочел с конспектом, каждый день, просто как садана. Вот, и после прочтения учения Господа Капилы, кстати, я в тот момент угодил в больницу с травмой. Вот, я читал Teachings of Lord Kapila, как раз книгу, ну, именно вот, перечитывал, то есть я раньше прочел, но вот к Капиле я как раз вернулся, когда у меня была вот, скажем, эта травма, вот, и тогда вот очень-очень, я помню, после этого сознание изменилось, то есть мы действительно очень страдаем в чреве матери, там это описано, да, мы очень, допустим, страдаем при рождении, во время смерти. Очень большие страдания. Все это описано там. И рождение, и смерть, очень большой шок, и так далее, и так далее. Он после, прослушав учение Господа Капилы, не хочется больше жить как материалист. Вот конкретно это мой опыт. Не хочется больше жить как материалист. Поэтому хороший вопрос был. Еще какие-то? Можно вопрос? Хорошо. Олег. А у меня вопрос. Мы же пришли из духовного мира. Нет, мы никогда не были в духовном мире. Это официальная философия ИСКОН, но мы не признаем. Наш Шрила Гурудев и все ачарьи, начиная со Шрилы Бхактисиддханты Прабхупады и все предыдущие тоже, как один сходится на том, что джива, она изошла из татаста шакти, то есть пограничной энергии Господа. И мы зашли из взгляда Махавишну, то есть мы изначально в промежуточном положении. И в момент проявления из татасташакти у нас есть выбор, привлечься материальной энергией или духовной. Но в подавляющем количестве случаев именно материальная энергия притягивает тех, кто выходит из взгляда Махавишну. Три вида душ. Первый в духовном мире, вечно, никогда не знает, то есть имею в виду на Галоке, второй на Вайкунхе. Первая категория джив выходит из Господа Баларамы, вторая из Махасанкаршана, его экспансии на Вайкунхе. Они никогда не знают о том, что есть материальный мир и страждущие здесь дживы. Но те, кто выходит из взгляда Махавишну, я вам все-таки покажу, вот Махавишну, я уже смогу дотянуться, вот он вот лежит, да, в водах причинного океана. Они, как правило, все идут в материальный мир. И здесь их обволакивает иллюзия. Аханкара, ложное эго, я это тело и разные-разные категории этого ложного эго. Ну вот, да, и что? Просто я думал, что... Понимаете, что Прабхупаду спросили ученики, как все это образовалось, все эти, как сказать, противоречия образовались. То есть его спросили ученики, Свамиджи, как они его тогда звали. Мы когда-то были с Кришной? Он сказал, да. Но он потом пояснил, так же, как отец, то есть сын был с отцом в момент зачатия. Когда происходит зачатие, будущий ребенок видит, как его родители встречаются и что происходит. Вот, да, он наблюдает. Вот так же джива, в момент выхода из татасташакти, она как бы присутствует, и она чувствует вот этот брахман, да, рядом с которым она находится. Поэтому у нас сохраняется это влечение к брахману, безличному аспекту. Но вот вкуса именно Кришны у нас нет. Нам нужно встретиться с Бхактой, с великим преданным, чтобы у нас появилось чувство привязанности к Кришне, благодаря его. Вот великие брахмавади, классический пример, это четверо кумаров, они были брахмавади, они были привлечены безличным аспектом, но они ощутили вкус, аромат туласи, предложенный лотосным стопам Кришны, Нараяны. Поэтому их это привлекло, они стали вайшнавами. Саньяси Такур в первой главе Джайва Дармы, в самой первой главе, становится преданным просто у нас на глазах. Он был как Парамахамсой, но его реализацией был брахман, он осознал брахман. Вот. Увидев вайшнава, он тут же обрел бхава-бхакти.
И он стал безумцем по Кришне, да, и быстро осознал свою сварупу, когда пришел к стопам Премдаса Бабаджи Махараджа. Ну вот это первая же глава Джайвадармы. Как имперсоналист становится бхактой просто благодаря садхусанге. Вся Джайвадарма — это слава садхусанге. Ну вот так. Так, еще какое-то продолжение вопроса есть? Нет, все, есть, по садхусанге. Вот хорошо. Садхусанга. Садхусанга — это получается, ну, будем так прямо говорить, махараджи, да? Не обязательно. А как определить вот садхусанга? Тут вот как раз я и продолжу свой вопрос. Вопрос, не вопрос, так разговор, так скажем, наверное, так. А, уже стабильно уже, как, допустим, одна группа одной садхусанги говорит, что вы в ту группу не ходите. Другая группа, в которую говорят не ходите, говорят, слушайте, а что-то там что-то говорят, какую-то ерунду, не ходите. Ну, пусть они не ходят, но мы всех приглашаем. Пусть к нам ходят, мы зовем, мы всех приглашаем. А вот как вот так вот? И в той группе не говорят, что вы туда не ходите. Как это может быть, что те вроде махараджи, как они могут быть говорить вообще, что туда ходить или туда не ходить? Такого быть не может. И как вот так вот, что такое садхусанга, если она, получается, разделилась? Получается, где-то там садхусанга, а там не садхусанга. Или все это садхусанга, но это какие-то лилы, какие-то игры. Окей. Что-то непонятно. Спасибо за твой... Вы поняли, да? Спасибо за твой длинный вопрос. С элементами рассуждений на его тему. Непонятно. Ясно. Вы, в общем, корень вы поняли, да? Я понял, о чем речь. Значит так. В вайшнавизме было много разных исторических моментов в истории вайшнавизма, начиная, допустим, от Шрилы Бхактивинода Такура, Бхактисиддханты Сарасвати. Mm-hmm. Каждый раз, когда уходит великий ачарья, это закон, происходит сутолока, mm-hmm. происходит разделение. Сейчас у нас не такая плохая ситуация, как в 37-м, 8-м, 9-м, 40-м, еще там война началась, да, чисто внешне. Сейчас, впрочем, тоже что-то такое начинается. Вот, что я хочу сказать. Когда уходит великое светило, да, возвращается в духовный мир, преданные различные, они начинают пытаться каждый по-своему осознать ту милость, которую он дал. Вот. Поэтому могут быть различия в концепции. Это нормально абсолютно. Вот. Не нужно из-за этого переживать. Это совершенно нормальное явление. То, что оно ново для нас, это тоже факт. Это правда. У нас это впервые. У нас не впервые. У вас впервые. У нашего поколения это не впервые. Мы прошли 90-е, мы знаем вещи. Понимаете? Нет, мы знаем... Это... Я просто привожу пример. Мы знаем, что такое, когда там, тот, кого считали Махабхагава, таковым не оказывается и так далее. То есть это наш горький опыт. Вот. Поэтому у нас как бы противоядие против этого. Мы не хотим. Вот. Мы хотим быть в обществе тех вайшнав, которые, скажем так, аполитичны. Мы не хотим никакой политики. Вот. Но причина разделения в том, что одна часть последователей великого гуру, светила, обладает одной концепцией, другая обладает другой. И это совершенно нормально. Ну, у них понятно, у одних один опыт, понятно. У других другой опыт. Они, одна группа говорит, что, как они там говорят, мы там... Гопи, да, другая группа говорит, мы там друзья. Это немножко другой вопрос. Саки. Это другой вопрос. Нет, ну я как бы к тому говорю. Ну, мне вот это вот, честно говоря, все равно, саки там или гопи, мне до этого вообще далеко. А как может одна группа говорить, что вы туда не ходите? Им прям внушают ребятам. Почему вот наши вот ребята, вот допустим, вот которые здесь сидят, они не могут прийти к тем макаражам, к которым я хожу? В общем, такое дело. Во-первых, мы никогда не говорим, что мы друзья Кришны. Это первое. Там немножко идет речь о сварупе Шрилы Бхактивинода Свами Прабхупады. У нас только что вышла книга на эту тему, называется «Капля в раджарасы», на столике лежит. Вот. То есть просто идет дискуссия, скажем так, философская, на тему сварупы одного ачарьи. И все. Вот который там дорогой друг нашего Гурудева, который там основатель Ачарьи Исконны и так далее. Вот и все. Вот. Там мы не будем говорить о различных обстоятельствах там этой дискуссии. Вот. Но так как ты затронул тему «ходите, не ходите», да. В принципе,
это настроение оправдано, потому что наш Гурудев то же самое говорил. Он говорил, не ходите в другие места, будьте со мной. Гурудев говорил все время. Я понимаю тех, кто так говорит, потому что у Гурудева было огромное количество учеников, десятки тысяч. И его настроение было настолько неповторимым, что он просто не хотел, чтобы мы, ну как, ходили туда-сюда. То есть он хотел, чтобы мы всасывали все, что он дает. Теперь посмотри, в начале ИСККОН, да, в 70-х годах, Шрила Бхактивиданта с вами Прабхупад говорил, мои духовные братья, конечно, адикари. Он так говорил. Не нужно к ним ходить. Да? Это правда? Конечно, нет. Конечно, нет. Они все великие вайшнавы, да. Может быть, ну, согласно Лиле, было так, что они не совсем понимали, там, почему Шрила с вами Мараш поехал на Запад, почему он привез этих белых преданных и все прочее. Вот, ну, такие могли быть. Не... Вот. По этой причине, то есть, он давал им все. Он им был за маму, за папу, за всех. Он готовил для них, он кормил их как грудью, понимаешь? Вот, поэтому они были полностью его продуктом. И так же, как и наш Гурудев, да, он хотел, чтобы его концепция была хорошо усвоена. Понятно. Ну-ну-ну. Это, слушай, копать колодец глубоко в одном месте. Поэтому это метод бхакти, нужно понять. Понятно. Я сейчас подойду к этой теме, я подхожу к этой теме. Я держу на прицеле твой вопрос. Вот. Но просто если мы копаем очень-очень глубоко, это метод бхакти. Вот если мы копаем 20 сантиметров в одном месте, 30 в другом, то это не дело. Вот, колодец не будет выкопан. Вот, но просто если к этому вот, как сказать, копанию, еще примешиваются какие-то политические моменты, вот это не очень хорошо. Вот это мы не приветствуем. Бывает и такое. Вот. Но тем не менее, да. Наши ачарьи, да. Грубо говоря, вот Шинкар Махарадж, Бон Махарадж, Мадхва Махарадж, да? Вот, которым я хожу постоянно. Mm-hmm. Они говорят, как к нам приходите, пожалуйста, да? Mm-hmm. Допустим, ваши махараджи, там, группа там определенных, тоже говорят, вы туда не ходите. Я понимаю, вот этот колодец, не колодец, но все раньше были вместе, да? Mm-hmm. И все идут от Нараями Госвами Махараджи, так mm-hmm. прямо так mm-hmm. скажем, да? Все делают одно общее дело. Как может любой из нас выбрать себе Гурудева, если он только видел Саду Махараджа, Дамодар Махараджа, ну и тот счастливый, кто в Индию попал, там видел еще группу каких-то Махараджи, да? А Шридхар Махараджа, Мадхва Бон Махараджа и там Тиртха Махараджа и прочих там, мы их там, значит, не видели. Я видел всех, и то понять не могу, какой мне Махарадж, ну, кто для меня Гурудев, да? Хотя, как бы, я уже, как бы, что более с тем отношения развил, там, с тем, и то не могу понять. А то, человек, который, допустим, видел только двух, одного Махараджа. Как он вообще поймет, кто его Гурудев? Вот непонятно. Я понимаю вопрос, но про ответ очень прост. Чтобы найти своего гуру, порой, вовсе не обязательно видеть их 120 штук. Достаточно увидеть одного. Когда мы встретили Гурудева, мы не ходили туда. Ну так, я видел Шрилу Бхакти Вайбхава в Пури Махараджа и хотел у него получить, допустим. Я видел Шрилу Бхакти Прамод Пури Махарадж за несколько месяцев до ухода его. Потом я видел Шрилу Бхакти Валлабх Тирту Махараджа, вот Махабхагавата, которых я видел, допустим, да? Ну, попал к Гурудеву. Ну, бывает. Вот, но это не факт, то есть не обязательно нужно. Очень много преданных, они видели одного Гурудева, пришли к нему. Сейчас Пуджапад Мадхусуд Махарадж, да, он стал давать дикшу, да, западным, да. Некоторые приходят к нему, и все. И больше ничего. Нужно понять, что мы получаем гуру, это не наша деятельность. Это деятельность йога майи. Это деятельность милости Кришны. Поэтому то, как мы идем, особенно если во Вриндаване, Вриндаван такое мистическое место. Вриндаване ничего не бывает просто так. Вриндаван это место великое, как таинство. Это и мистерии. Вот. Поэтому если мы попадаем к какому-то гуру, это промысел йога майи. Вот. Поэтому ворота открыты. Мы говорим, пожалуйста, вот, ну, понимаете, как нормальная, скажем, организация, нормальный матх, да, вот есть много матхов, да? Да. Вот в контексте многих матхов вот этот разговор, он тоже, как сказать, как будто мы должны во все матхи всех водить. Нет. Почему? Все матхи ведь от Шрилы Бхактисиддханты Прабхупады, да. А почему вы во все матхи всех должны водить? Не факт. Так же и здесь, сейчас от Шрилы Бхактисиддханты Нараяна Госвами Махараджа столько групп, 3-4. Это не означает, что мы по всем должны человека водить за ручку.
он взрослый. И если его привлекает именно наша проповедь, и, как сказать, он, придя в место, куда мы его приводим, получает огромное вдохновение, что ему еще надо? Ну, человек счастлив, ну, мы видели. Просто люди, ну счастлив человек, ничего ему не надо. Ну, вот и все, это божественное проведение, это мы не мы делаем, не мы затаскиваем никого. Это все делает Йога Майя. Мы живем в храме Йога Майя во Вриндаване, мы счастливы, мы молимся каждое утро. Прекрасная жизнь. Вот. А если кто-то нашел прибежище в другом месте, мы приветствуем. Окей, хорошо, понимаете, счастливы, люди счастливы. Мы видели счастливых людей там, мы не хотим их никуда тащить. У нас много счастливых людей, мы тоже их не будем туда-сюда водить. Нормально, ну. Санга, есть понятие санги? Санга. Санга – самодостаточное явление. У Гурудева была санга, она была огромная, огромная, огромная. И много разных настроений уживались под одной крышей, потому что Гурудев был в пределах видимости. Сейчас Гурудев вне пределов видимости. И поэтому, естественным образом, те, как сказать, его слуги, его представители, которые много лет от него слышали, каждый со своей концепцией, и все. У нас та же ситуация, что в конце Гаудия Матха, да, 37-го. Сейчас у нас, считай, 39-40-й год, ну, это 5 лет прошло, да. Потом все в 40-х очень много матхов открылось новых. Наш Парам Гурудев тоже, Гаудивиданта Самити и так далее. Нормальное явление, это хорошо. Некоторые очень переживали тогда, очень переживали. Вот. Но потом поняли, что это промысел Кришны просто, потому что в таком матхе вот именно это культивируется, да. Вот нашего Гурудева не понимали долгие годы, потому что у него харикатха с акцентом на прайоджана очень большая, но на высшую цель. Другие говорили самбанда, абидея, то есть там взаимоотношения с Кришной, различные методы достижения совершенства и так далее. Ну окей, можно там иногда послушать там кого-то, если он особенно приходит там на какой-то общий фестиваль и так далее. Ну интересно, что говорят, правильно? Все. Но это не значит, что на регулярной основе я должен слушать в 12 местах, во всех матхах. Нет. У меня есть свой матх, у меня есть свой гуру. Окей. Одна семья, одна культура, другая семья, соседи, общий фестиваль, дандават пранам, приходите к нам в гости, мы придем к вам в гости. Нормально. Это абсолютно нормально. Поэтому, пожалуйста, не переживайте. Ой, разделение, ой, все были вместе. Ну, конечно, все были вместе. Семья, 12 детей. Что, они всю жизнь должны жить в одном доме, что ли? Нет? Да, ну, каждый есть, заводит есть свой... Есть ребята, которые говорят, вы к ним не сможете ходить. Правильно. И чтобы они к нам тоже не приходили. Да, от них не приходили. До этого конфликта друг к другу ходили. А то сейчас я смотрю, только из наших, только я один сюда. Ну... Да. А вот из ребят вообще к нам никто еще, не приходит. Еще пара человек. Есть одна девочка. Еще пара человек. Ну, грубо говоря, да. Ну, это нормальное отчет, нормальное явление. Хорошо. Это хорошо. Детей нужно воспитывать. Туда не ходи, сюда не ходи, туда не ходи, сюда ходи. Снег башка попадет, совсем плохой будешь. Все это нормально. Это хорошо. Потому что нужно детей воспитывать, понимаешь? А у нас получается что, нету своего мнения у детей? Ну так вот в том-то и беда, что были свои мнения, когда Прабхупада говорил, не ходите в другие матхи, да, некоторые пошли и не туда зашли. А потом, когда Прабхупада ушел, долгие-долгие годы спустя, они говорят, а, Прабхупада говорил, не ходите, а вы пошли в Гаудия Мат. Это еще одна ошибка. Перегиб палки в другую сторону. Они пошли. И что получили? Чистую преданность получили. А что вам завидно? Что они в матхе получили чистую преданность? Все нормально. Это как? Это как сказать? Это очень хорошо. Это принципы гармонии, в конце концов. Я их понимаю. Я понимаю, что у нас, я понимаю, что у них, я был с ними, я служил многим-многим из вайшнавов нашей санги. Я их очень люблю, очень вот лично, да. Я всем служил, знаю некоторых лично очень хорошо. Вот. Но в данный момент, вот на данном, как сказать, витке истории, вот так стоит, и я тоже счастлив. Потому что я знаю, что это как приведет к более интенсивному развитию, и для новых преданных тоже, понимаешь? Потому что я хочу вас вернуть к одному принципу. Что саду-санга должна обладать тремя качествами. Сваджатия, значит, того же настроения. Снигда, любовные отношения должны быть. И снигда сватоваре или махаттара, она должна быть с более продвинутыми вайшнавами. Все. Смотришь, тоже настроение. Окей, тоже настроение, хорошо. Если ты нашел прибежище в одном месте, да, зачем тебе идти в то место, где хулят то прибежище, которое ты нашел? Ну вот, поэтому по одной простой причине. Если ты Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа получил прибежище, зачем тебе идти в другой мат, где его не понимают, даже сейчас? Нет смысла. Поэтому нужно культивировать одно настроение, вот это колодец в одном месте.
А то, что внешне, там, летят выстрелы, там, по-моему, они стихли уже, во-первых. Полгода, вот, первые, 15-го года шла эта дискуссия, там ломались копья, все. Потом, лето, осень, картика, уже все было ясно. После картики, я думаю, уже никто кулаками не машет, уже все определились. Мы здесь, они там, очень хорошо. Знаешь, какие-то личностные контакты, кто-то к кому-то приходит, Бога ради. Вот. Но в целом, свой житие с них до Махаттара. Они счастливы там, мы счастливы здесь. Гаур Харибол. Нет противоречий. Нет противоречий. На самом деле нет. Конфликтов нет. Я понимаю, у вас еще тут эхо этого конфликта большого. Ну, мы вам предлагаем. Не, вот. Вчера я почему этот вопрос поднял, конечно, другой должен был настроение тематики поднять. Это я то, что. Я ее трансформировал по-своему, чтобы было более мягко. Ну ясно, ясно. Да. Это то, что что-то мне хотел сказать лично, но все-таки вылилось. Лично там еще есть подписчики. Лично еще вторая серия будет. Не, не зачем. Я по личным конкретно, там уже тех людей и тех, мне уже по барабану. Хорошо, хорошо. Мне еще вопрос такой интересный по шиваиту. Не по барабану, по мридангу все. По шиваитам. Да, то есть, ну, да, у нас получается же на четырех столбах же мир стоит, ну, грубо говоря, Господь стоит, да? Там, на четырех столбах Господь стоит. Это какая Пурана? Что там у нас? Это чью-то Пурана? Одна из сампрадая, это шиваитская сампрадая. Ай, ну правильно, есть четыре вайшнава сампрадая, я понял. Да, четыре вайшнава. Не шиваитская, нет, не шиваитская, это рудра сампрадая. Это Рудра Сампрадая, просто она идет от Господа Шивы, но там принципы... А, ты имеешь в виду Адвайта? Да, Адвайта это от Шанкарачари, но она строго, это пятая, она строго говоря не вайшнавская. Мы признаем Шанкарачарию, ему предлагаем поклоны, он Господь Шива, воплощение, вот, Шанкара Шанкара Сакшат. Сам Махапрабху ему предлагал поклоны, но мы не принимаем его доктрину. Такой вот. Поэтому есть четыре сампрадая. Это Мадхвачария, Рамануджачария, Вишну с вами и Нимбарка, Нимбадития. Но вот Шанкара сампрадая мы, как сказать, признаем, но не почитаем вот так вот. То есть почтение на расстоянии, но доктрину не принимаем. Мы говорим, она не вайшнавская. Она специально как спецзадание Господа Шивы. Вот так. Господь Шива на спецзадании. Все, кто Махадева бросают, курят, те это как раз они бросают и приходят потом в нужное место. Ну, это немножко экстремальный пример, скажем так. Многие из них аскетичны, никогда не касаются этих вещей, но просто их концепция это представление адвайта, то есть неделимым целым, частью которого мы должны стать, слившись. Вот это немножко не то. Окей, сейчас время для последнего чего-то вопроса. Формальное время, и мы приступаем к арати, и затем будет просад и неформальное общение после этого. Последний вопрос. Чей? А, да, нет. Хорошо, если кто-то хочет, пожалуйста. Хорошо, Ананга, привет, давай. Она специалистка первых и последних вопросов. Вопрос у меня такой. Вы говорили, что те, кто приходит в линию читания Махапрабху, 99% это я прослушала, то есть они обладают, ну, то есть у них Мадхурия, да, Мадхурия. А может ли быть такое, что, допустим, у человека большое количество сукрити, да, огромное количество сукрити, но он не приходит в эту линию, потому что у него какое-то другое настроение там? Не приходит, то есть он соприкасается, но не задерживается, так? Да, не привлекает. Не привлекает. Много таких вариантов. Искон, допустим, проповедует очень широко, приходят самые разные люди. И порой они переходят, другие сампрадая, это Нимбарка сампрадая, кто-то перейдет, Валаба сампрадая, что-то во Вриндаване, и так далее. Только Бабаджи уйдет, и так далее. Разные есть. Например, мы знаем, есть один Бабаджи, который в вайшнавской линии очень мощный, но у него настроение Чандравали, не Радыки, а соперницы Радыки Чандравали, противоположный лагерь. Все чисто, он чистый преданный, Махабхагават. Чандравали настроение. Известен. Ну, поэтому может быть самое разное. А может кто-то из группы Чандравали, он к нему пойдет? А может кто-то на юг Индии поедет, он Лакшминарайана преданный? Вполне возможно. То есть движение сознания Кришны всех захватывает, очень многих. Это такой трансцендентный поршень, как сказать, Господу. Всех, давай, давай, Харибол, Харибол. Сколько храмов Прабхупада Бхактивиданта с вами открыл?
Там и Джаганат Баладев Субадра, и Ситарам Лакшман Хануман, возьми в Лондоне, да? И в центре Рада и Кришна, да? Рада Лондонешвара. Вот. Самые-самые разные. Да, Рада Лондонешвара, Рада Паришешвара, вы не знаете? Рада Паришешвара, Рада Лондонешвара, Прабхупада открыл. Ну это настроение, понимаете? То есть в лучших домах Парижа и Лондона Рада Лондонешвара у нас есть, Рада Паришешвара, понимаете? Все, спокойно. Да, Господь, Он Господь всего, и Лондона, и Парижа, дамы и господа, ladies and gentlemen, Krishna Consciousness, Ki-jai. Так оно было. Хорошо, был веселый последний вопрос. Что же, дорогие, грустно расставаться. Но завтра наша последняя встреча. Мы всех-всех приглашаем. Сделайте еще раз широкое объявление. Всех ждем завтра на Гита Джаянти празднике в пространстве Реноме по адресу Крылова. 7/1, офис 7. Ох ты, уже в конце всего. Хорошо. Туласика, выходи вперед. Правда, что мы обретаем гуру по милости Кришны? Да, это правда. И по милости Кришны мы обретаем гуру. То есть, Кришна сперва приходит к нам гуру. Мы обретаем Кришну через гуру. Но то, что Кришна пришел к нам как гуру, это тоже правильно. И именно этот гуру, вот завершение ответа на Чутин вопрос, именно этот гуру пришел к нам как милость Кришны, и все, точка. То есть это ведомство йога, майи, это не обсуждается, просто не обсуждается. Почему? Именно к этой душе пришел именно этот гуру в данный момент. Все, это знает йога, майя, мы не знаем. Мы можем тащить, перетягивать, заниматься, такой термин, знаете, прозелитизм. Прозелитизм, значит, перетаскивание. Из одной веры, мой Бог лучше твоего, того. Нам, нашему Богу ходи, к тому не ходи. Понимаешь? Борьба за преданность. Ну да, борьба за овец. За престиж матха, еще чего-то, понимаете? Это абсолютно не... Это как церковная политика, понимаете, что? Поэтому это ведомство йога-майя. Мы не смотрим в ту сторону. Кто-то пришел к какому-то гуру, все. Это его качество, то есть его, как сказать, взаимоотношения с Богом. Все, мы не вмешиваемся. Свобода должна быть. Поэтому, когда я хотел получить у Шрилы Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджи, я ему написал письмо, и он сказал, слушай от меня Чайтанья Бхагавату, это 99-й год перед Картикой. Я ходил к нему, слушал Чайтанья Бхагавату от него. Потом я оказался у стоп Гурудева, все, мое сердце украдено, я там, я знаю ее там. Вот. И я написал ему второе письмо. Вы Махарадж, я вот у Шрилы Бхактивинода Нараяна Госвами Махараджи. Он сказал, зачем ты мне это пишешь? Рынок святого имени открыт, свободен. Ты можешь выбирать. Зачем ты пишешь? Надо бы добивался у него благословения. Он не сразу дал, но потом сказал, ну ладно, do it, короче, do it. Вот. Поэтому он сказал, сделай это. Я сделал. Так. Шрила Гурудева ки джай. Спасибо. Сейчас мы споем вечерние арати. 2 минутки на подготовку. Пожалуйста, не разбегайтесь. 15 минут всего. Вот. А желтые песники раздайте, страница 31 и потом 35.